Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите проект «Дорогая, мы убиваем детей, семья Манукян». Да, ребята, новая семейка, новые интриги, и сегодня мы будем с вами разбираться. Надеюсь, что вам нравятся такие выпуски, вы ставите сразу сюда лайки, пишите комментарии, потому что чем больше их, тем быстрее выходят выпуски. Мне очень приятно. Также, ребята, у меня у моей жены есть лайв-канал, и ссылки тоже в описании. Ну что, ребята, будем меньше говорить, больше смотреть. Поехали! Містечко Носівка, Чернігівська область. Тут мешкає родина Манукян. Мати Наталія 37 років, власниця перукарні. Марія 17 років, донька Наталі від першого шлюбу. Дочка від першого брака. 11-річний Арсен, син від другого чоловіка. І це другого мужа. Ну, хлопчик чоловіка. Агресивний і некерований. Мальчик агресивний, неконтролюємий. А якщо б це був топор, ти б все одно кинув? Перемантуль мене, це провоцирує. Наругала його. І він дав мені пощечину з усієї сили, з якої йому хватало. Така злость. Ну, не дітська зовсім злость. Злість Арсен зриває не лише на мамі. От баран. А й на своєму вихованцеві. Вівчарці. Собака дуже страдає. Ти! Тікай! Тікай! Фогра! Убий його нафиг, прибий кирпичом. Таким агресивним Арсен був з дитинства. Його таким агресивним був з дитинства. І ключі від машини туди. Вот самое интересное, уже был с таким с детства. То есть он таким вырос, да, родился, его стало агрессивным. На самом деле, стопудово, то есть уже что-то повлияло от родителей. Не мог ребенок так просто-напросто стать агрессивным. То есть что-то все-таки к этому привело. Пушки свои пхал, и кота живого туда запихал. Ну, сейчас я уже понимаю, что это уже был как бы звоночек. Намагаючись втихомирити хлопця, Наталя віддала його займатися єдиноборством. Я дала його на... Ще гірше. Ми тебе не трогаємо. Отдала его на единоборство, теперь все-таки получаю то, что хотели. Капец. Заметьте, он еще маленький. Вот смотрю, ему все на себе, там, сука, 11 лет, а уже как семью на уши поднял. То есть ему еще 4 годика добавить, минимум. Все, ребят, это будет полная крышка дома. Он взял ножик, он подошел, и мне так вот так ножом. Арсена немає никаких ограничений, рамок, никого не слухаю. Получается так, что мальчик вообще дома никого не слушает, а вот именно его отец, он приезжает вообще 2 раза в год. Он где-то работает, поэтому они в основном связываются по скайпу. Давай, мне там люди ждут. Люди а тебе какие-то люди дорожче от сына, да? Когда его нет, я за ним скучаю. Но жду, когда он приедет. Ждет, когда приедет. И каже, а я не помню Арсена маленьким вообще. У меня как будто нема детей. Что он просто прожил где-то. Это на, про папу. Десь прожил. Где-то прожил, ребенка не помню. У нас же сезонная работа, поэтому так получается. Так как папа понимает, что он виноват, что он не проводит с ребенком время, он не наказывает мальчика за плохое поведение. Уходит до бабушки, например, бывает там ночует. Он там нормально себя ведет, как идеальный ребенок. Мы вместе останемся, у нас нема никаких проблем. У него только с матерью проблемы. Они друг друга не слышат и не хотят друг другу уступить. Миша, а что ты молчишь? Ну скажи, я не права в чем? Скажи, что я постоянно одна? Скажи, что я не права или что? Скажи. Ну что мне сказать? Я... Тільки його. Мужик на самом деле какой-то шланг, он как-то не хочет ничего реагировать, он так пока стоит как-то отделенно. И видно, что да, тут большие конфликты между мамой и сыном, а еще, ребята, там страдает и сестра его старшая. Тільки його, в усьом. Это с полной уверенностью сейчас отдаю отчет своим словам. Тільки його вина. Ну, как вы можете понять, что проблема не только в ребенке, что мама и сама не без греха. И когда папа ребенка возвращается домой, она не дает ему стать главой семьи, и ребята устраивается. Да, мы с ним поговорим. У вас то, сколько? 14 лет было? С ним говорить? Иди, иди, цирк не вызывали. Не, мене не надо воспитывать. Мене батьки, я не воспитываю. Мене батьки я... воспитали нормально. Меня воспитывать не надо. Мне родители воспитали хорошие. Понимаешь? Зачем ты него взял? А если взял, как ты сказал, в всей Украине выбрал. Значит, выбрал. Если взял жены, то все. Мене не надо воспитывать, понимаешь? Воспитывай его. Все время, Миша, ну воспитывай ты что, не бачишь? Миша, ну прямо який смерть. Скандал уже у меня идет с Мишей тобі. Уже не с Арсеном, а с Мишей. Куда ты уходишь? Я тебе говорю. Куда ну, ты давай. Уходишь? С жопой. Оце я с жопой говорю. Все, иди. Так, как всегда ты робишь. Я ему кажу, а он с жопой я разговариваю с тобой. Ну так, а я? Он сказал, нет, что ты его трогал? Оце беда, Миша. Что ты его трогала? Оце беда. Понимаешь? И он слушает.
слухаєш, що ти мене і він слухає, що тобі казала, ти мене строїш. Ти воспитай його, а тоді будеш воспитувати мене. Його, а потім воспитаєш мене. Починається конфлікт, ми його як? Не, вулкан, починається конфлікт? Не тушимо вогонь, а ми не тушимо наоборот, конфлікт, а ще підкидаємо дрова. Так, що... Того Мішу наче роздерти хочеться. Мені кажеться, що я всю жизнь так живу. Скільки з ним живу, так мені кажеться, що я всю жизнь так і живу. Мені кажеться, що я все время так і прожила. Я не можу спомнити минуту, щоб сказати, щоб я один день не поплакала. Ой, дурдом. Ну, мужик не може просто-напросто видерживати ці всі скандали, він просто-напросто уходить із дому. Да, він бере і сваливає. Есть еще один момент, что сам мальчик, он боится таких вот внезапных отъездов отца, и он делает все, чтобы все-таки папа остался. А папа очень редко находится дома, вы понимаете, да? Держи ее, Маша! Па! Уехал. Па! Ты что, ненормальный? Быстро хвату ты, босс, на Коли ми були на морі, там кинув мені, сказав, що він таке загадав, типу, бажання, щоб мамка з папкою не ссорилися. Тому я сам був, що мама з папою не ссорилися. Чи зможуть дорослі об'єднатися, аби врятувати майбутнє своєї дитини? Ну что, ребят, давайте все-таки будем начинать обзор этой семейки, и всегда в начале проекта у нас проходит медицинское, психологическое, физическое состояние ребенка. Как з'ясували лікарі, серйозних проблем зі здоров'ям проблем у нього особо нету. По лабораторним аналізам всі показателі в нормі. Ну, в общем-то, как бы у парня со здоровьем все хорошо, перейдем, ребята, к физическому показанию. Проверим, сколько раз ты отжимаешься. Два. 29 и последний. Парень крепкий. А сколько больше всего ты отжимался? 60. 60? Вот так. Круто. Ну? А пресс что? А пресс слабенький. Не может так. 16. Ну, так он как был. Нет. Хорошо сложен. Нет, надо присесть им двумя руками. А, хорошо. Устал? Да. Пока. Я бы оценил его физсостояние, ну, на 3. Да ладно, ну не троечка, ну не соглашусь я. Ну, парень может быть не прямо аж силач, но же не какой-то там культурист. Ну, 4, ну не 3. Он неплохо отжимается, вот, но остальные упражнения даются ему с огромным трудом. Самое главное, чтобы он нашел тот вид спорта, который ему нравится. И теперь, ребята, самое интересное, это психолог. Что ты делаешь у нас в проекте? Ну тогда, какие у вас есть проблемы в семье? Что бы ты хотела изменить в семье? Не знаю, чтобы все давно понимали. Не понимают в семье друг друга? Часто скандалы? Ну да. Кто больше всего скандалит? Мамка с папкой. Если родители сейчас же не перестанут ссориться при ребенке, нападать на ребенка и не объединяться в единой политике воспитания Арсена, ну, они его в прямом смысле слова убивают. Если у него нет моральной поддержки, если он живет в ситуации, где есть постоянные всплоки, где есть скандалы, это то, что есть у Арсена в семье, такой мальчик, когда вырастает мужчина, пытается найти где-то удовлетворение. Чаще всего это алкоголь. В каждом квадратике поставить как можно больше точек. Поехали. Следующий. Блин, ну, я сейчас улетел, тебе пошел. Все, стоп, окей. Надо было так ряжить. Все нормально, не переживай так. Как можно быстрее выполнить композицию. Окей? Сложить фигурку. Напоминаю, ребята, что это психолог когнитивного развития, то есть какие-то неординарные мышления, и она понимает, в чем ребенок закомплексован или тому подобное. Вот что хотелось бы отметить про Арсена, это то, что он очень нервный. Его неврастения на первом плане. То, что ты так нервничаешь, покажи мне ручки, пожалуйста. Ты грызешь ногти? Да. Зачем? Не знаю. Давно? Там замечали якось.
Дети бьют родителей тогда, когда они чувствуют несправедливость. Это жажда мести. Это то, что родители не хотят никогда понимать. А у ребенка агрессия из-за обид, накопившихся на родителей. Она должна найти свой выход. Поэтому он мстит маме, он причиняет боль маме, он ее бьет. И чем дальше, тем это может становиться все хуже и сильнее. Подождите, ну, если честно сказать, я тоже, да, бывает, грызу ногти. Ну, такая дурная привычка. Я думаю, если у кого-то из вас она тоже, можете написать в комментариях. Ну, я не думаю, что, типа, это как сразу какое-то расстройство и тому подобное. Это привычка, дурная просто привычка, не более того. Поэтому назвать таким-то расстройством я не могу. Ну что, ребятушки, теперь переходим в студию. Первая встреча с ведущим, новое правило, и будем со всем этим разбираться. Здравствуйте. Наталья, Мушек, Мария. Да. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Зачем пришли? За помощь. Помощь. Вам нужна помощь? Ну, ребенку плохо себя ведет. Не слухает матери. Ну, а вы что по этому поводу думаете? Такие впечатления, что ему просто надоело. Вот, папа ему все время надоело. А мама как бы папа уже нет. Прямо примелькалась, аж раздражает. Хорошо, давайте попробуем разобраться. Вот что конкретно с ним не так? Ну, его агрессия, жестокость. А в чем проявляется агрессия и жестокость? Он даже на нормальный разговор, он уже злится. Уже агрессия. Уже. Так что делать будем? Я уже не знаю, что делать. Надо всем меняться. Всем надо меняться? Арсен же не сам таким стал, а в таком окружении вот. Нашем. Я да. С этим согласен, но, по-моему, мама и папа этого не понимают. Да нет, у нас все это понимают. Что вы делали для того, чтобы измениться? Наверное, щеночок. Ну вот, видите. Ничего еще не делала. Ну, ребенок виноват. Вы он такой. Ничего не сделали. И сейчас, скорее всего, пришли с мыслью о том, чтобы я поменял вашего супруга. Нет. Чтобы он лучше стал относиться к вам и к сыну. Да. Ну, как-то наладил отношения. Стопудово. С ребенком и с вами. И чтобы я поменял сына. Да. Нет, вам надо меняться. Ну, а в чем например, не меняться? Например, я не могу ничего сделать, чтобы папа остался дома. С Арсеном я еще могу что-то сделать. Вот смотрите, вы хотите изменить отца, мужа, Арсена, но не себя. А ваша дочь говорит о том, что изменить нужно себя. Я потому и спрашиваю, что вы сделали лично с собой для того, чтобы в лучшую сторону изменить ваши отношения с сыном? Единственное, что я сделала, опустила руки. Это все ложь. Опустила вы руки. Не опустили руки. Вы, наоборот, их распустили. Характер вашего общения с ребенком, он, ну... Желает лучшего. Мягко говоря, неприемлем. Ну что, если у ребенка только за мной общение в последнее время? А скажите, у вас есть какие-то проблемы с сыном? Я просто побаловал. Разбаловали? Да. А он вас слушает? Ну... Как сказать? Честно скажите. Сказать так, 70%. Смотрите, я понял. Правду в вашей семье знает Мария. На ваш взгляд, Мария, что происходит? Арсен, я думаю, не слухается через то, что мама с папой не может между собой найти общий язык. Угу. То, что папа нам, можно сказать, ни в чем не отказывает, все позволяет, а мама есть папа какие-то рамки. Позволяет, то а мама есть рамки. То есть нет единой модели воспитания ребенка, да? Да. Почему? Родители, это к вам вопрос. Ну, что-то это, наверное, я виноват, потому что вы так частенько не бывают дома. Смотрите, так. Баловать иногда, это, наверное, хорошо, но должны быть единые правила поведения в семье. Должны быть? Должны быть. Они есть? Нету. Нету. Почему? Так получилось. У вашего сына достаточно серьезные проблемы с психикой. Ну. У него уже неврастения. Источником этих проблем являетесь вы. Мама. Конечно, Наталья. Он самый больше за мной общается. Бывает самый больше за мной. Вы его больше задалбываете. И слово «задалбываете» здесь ключевое. Но, вот вы с ним не общаетесь. Вы его задалбываете. Он так и кажет. И я вам так и говорит. Зачем ребенка задалбываете? Я не могу оставить его в покое, бо его больше никого не нема. Могу если оставить бы его в покое. Был, что значит, вы его не можете оставить в покое? Вы его доведете до самоубийства. Беда в том, что
Арсен растет в доме, где живут двое взрослых разнополых людей, которые называют себя мамой и папой, считают себя семьей, но по факту таковыми не являются. Они не семья, потому что они ведут себя как семья. Мама не мама, потому что долбит меня постоянно. Папа не папа, потому что папы то нет, то когда он приезжает, он... Ну, вряд ли вы занимаетесь ребенком, правда ведь? Скорее всего, вы лежите на диване и смотрите телевизор. Ну, я прав, Мария? Ну, вот, видите. И вот в этом всем растет... По папе на самом деле видно, что он какой-то флегматик, он какой-то неактивный, он все как-то вообще без эмоций отвечает. Ну, какой-то вообще, ну, такой, ну, не прям, конечно, как овощ, как в семьях Тема, но какой-то реально неактивный. Мать видно такая, что да... Любит построить, быть главной и тому подобное, но в себе проблем не видит. И есть еще как бы дочка Саша, которая, в общем-то, хоть немного нам открывает правду. Тот подросток, по сути, он защищается. Он защищает свое право не быть такими фальшивыми, как вы. Вы согласны с тем, что я только что описал? Я за всем согласна. Что отлично. Всем согласна. Тогда смотрите, как бы. Что делать. Какое-то время парня нужно будет, наверное, даже оставить в покое. Вам, так точно. А вам больше включиться в его воспитание. Потому что мамы в его жизни слишком много, а папы слишком мало. А для того, чтобы вы понимали, ради чего все это, давайте я вам покажу, как ваш сын может выглядеть в 40. Ой, не боюсь, Тим. Итак, пошло. Что-то такое сотворят? Не? 30. Ну, похож чем-то на папу. Так себе, но что-то есть такое. Кого вы видите, Наталья? Уголовника я вижу сразу. Да, уголовник. Уголовник. Не врастейника. Неудовлетворенного жизнью человека. Значит, перед тем кого-то убил. Кого-то убил. Вы обратите этим. Внимание, в каком он находится эмоциональном состоянии рядом с вами. Он либо себя убьет, либо вас, либо еще кого-то. Да. А вы, видя это, все равно к нему ломитесь в надежде причинить добро. Ну, папу видно, что тронуло, папа слезу пустил. Наверное, все-таки до папы что-то там дошло. Не знаю, когда мамы, но у папы что-то все-таки ёкнуло, и это приятно. Вы же видите, что то, что вы делаете, не работает. Не можете найти другого способа, оставьте. Потому что ребенок живет в состоянии постоянного стресса. Да и у сестры вижу, ёкнуло. Он может быть агрессивным, там, балованным. Он может отказываться учиться, но он точно не идиот. Парень не глупый. Но доведенный до отчаяния хотя собственной мамы. Мамой, надеюсь. Скучающий, безумно скучающий за отцом. Хочется верить, что все-таки этой семье смогут помочь, потому что, да, видно, что парень, в общем-то, как бы не дурной. Да, проблемы с поведением и тому подобное, но как бы до этого, наверное, скорее всего, мама довела. И папа своим безразличием и то, что его не было дома. Вы что-то с собой готовы сделать? Я-то. Наталья. Готова, но не знаю, что делать. Я расскажу, что надо делать. Давайте пригласим Арсена и узнаем первое правило. Привет. Здрасте. Я Дима. Я Арсен. Арсен, как ты думаешь, зачем ты здесь? Чтобы поменять что-то не могу. А что тебя не устраивает? Ты не знаешь, не лаялась. Я чтобы не ругались мамка, мы. Папка, Машка. А кто чаще всего ругается? Мы с мамкой. Вот у меня была такая мысль, что... Мама уж очень там часто к тебе пристает, я бы это так назвал. Похоже на правду? Да. По какому поводу она это делает? Да, ей на некие задания. Дает задания. Но я его не хочу выполнять, я сам виноватый. Угу. Например, застелить кровать там или убрать в комнате. Ты непослушный. Вот мы не отрицает зато. Здесь будем с тобой по-честному встречаться отвечает. Какое-то время. И каждый раз я буду предлагать правила, а не обязательно. Если эти правила выполнять, отношения твои с мамой и в целом у вас в семье станут, ну, лучше. Ты готов правила выполнять? Да. Хорошо. Правило первое. Кто в доме хозяин? Арсен, как ты думаешь, кто у вас в доме главный? Ну, вообще мамка.
папка. Правильно. А папка очень редко дома бывает. А потом, когда приезжает, у него с мамой очень много разногласий. Есть такое? Да. Вот на этой неделе папа личным примером покажет, как нужно хозяйничать в доме. Как тебе правило? Нормально. Мушек, ваша задача – показать жене, как правильно вести хозяйство. Ну, чтобы она понимала хотя бы, за что вы ее ругаете. Справитесь? Постараюсь. Правило второе. Чувствую, что-то не пойдет. Мужское слово. Арсен, как ты считаешь, мужчина должен держать слово? Да. Если он сказал, что сделает, значит, он что? Сделает. Должен сделать. Папа часто тебе там кое-что обещает и забывает. Было такое, да? Бывало. Мне кажется, что выполняя свои обещания, вы, во-первых, покажете правильный пример сыну, ну и будет великолепная возможность больше проводить с ним время. Ведь все-таки вас ему не хватает. Я это понимаю. Правило третье. Большие перемены. Я знаю, что ты любишь заниматься спортом, да? Да. И даже ходишь на какой-то вид единоборств. Ордена. Еще я знаю, что у тебя есть, ну, определенные трудности в общении с мамой. Ты иногда отрабатываешь на ней приемы. Да, есть, есть такое? Да. Вот об этом узнал твой тренер. И вот, что он по этому поводу думает. Ой, ребята. А ты знаешь устав нашего клуба? Мы не застосовуємо силу і агресію. Ми не применяем силу. Мені стало відомо, що ти піднімаєш руку на свою маму. Я відсторонюю тебе від занять бойовим мистецтвом на 2 місяці. Сподіваюся, завдяки цьому покаранню отлучило його від тренувань. Наказав, що 2 місяці не буду тренуватися. Що ми не применяем силу на родителей, як мінімум. Я все-таки считаю, что, ну, бить женщину, маму, ну, это вообще неправильно. Я думаю, что ты извлечешь определенные уроки из этого и больше подобного повторять не будешь. Тем более, что спорт в твоей жизни останется. Будешь что-то заниматься другой. Футболом. Футбол нравится? Да. И я думаю, что пора все-таки взяться за собаку. А, он ее мучает. Ты же собаку. Пес. И отвечать за него нужно будет тебе. Я хочу, чтобы ты кормил его, следил за ним и, что самое главное, дрессировал. Но не бил. А для вас, Мушек и Наталья, будет отдельное задание. Вы отправляетесь учиться танцевать танго. Это, наверное, для того, чтобы все-таки они могли вернуть какие-то чувства в семью, чтобы как-то новый огонь страсти распалить. Разжечь. Ты смотришь, ты будешь. С этого дня ссоры, ругань, драки, оскорбления, выяснение отношений на повышенных тонах в вашей семье запрещены. Договорились? Угу. Хорошо. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Ну, а я вас жду через неделю. Надеюсь, с позитивными изменениями. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Если мы что-то хотим изменить, если жизнь, надо что-то пожертвовать. Себя. Эмоции оставить на сторону. Ну, ладно, чтобы семье было хорошо, чтобы оно... Мы все друг друга услышали, поняли. Я мечтаю, чтобы мне папка уделила больше внимания, проводила со мной больше времени. Ну что, ребята, правила получили, и первый день Арсен начинает их выполнять. Воды. Подъем всем. Разведите цитрушки. Зарядочка. Правы для головы, круговые области. Упражнение для головы. Раз, два, три. Все, закінчив. Тепер вперед-назад. Закончили. А. Вперед-назад. З усіх сил туди наклоняй. Давай, давай. Це як ото дерев'я. Тріснеш зараз там. Ти зараз тріснеш. Все, закінчив. О, слава Богу. Давай, закончили. Розтяжечку. Так можна стояти. О, зараз і штани лопаються. Неправильно.
Руки перед собой. Та штани. Руки перед собой. Давай що з рукою? Лігайте. 10 на правий, 10 на левий. Раз, два. На самом деле, парню утренняя зарядка – это повод, чтобы покомандовать родителями, поэтому он, конечно же, ни одной минуты не дает им, чтобы отдохнуть. Давай теперь отжимание. Нет. Будем. Иди отжимайся. Мамка 10, папка 20. Вот я сколько смогу. Папка 20. Я так. Три даже не могу. Отработала. Давай теперь ты. Давай. Тебя не вколоть, я можу еще... Давай, тебе 10 хочешь. Зробила. Давай, кто больше. Да, видно, что папка не особо хочет делать упражнения, но он же хочет стать примером для сына, поэтому придет. Ой, тук-тук. Ну, может, смотрите. Хотя есть самый один неприятный момент, что его жена стараний мужа вообще не оценила, и это неправильно. Творяется, оно. Тут здоровье немерено. А ну. Руки положили же. Незвиклий до фізичних навантажень мушех геть вибився із сил. Ні, треба ще один, щоб типу я виграв. Все. Все, сьогодні зарядка закончена. Все, спасибо. Мені нравиться. Но, ребята, как вы помните, есть еще одно новое правило, там, где они меняются местами, что мушех становится как бы хозяином в доме, и отдыхать тут не получится. Пылесосить отой коврик и помыть зверху. Як его мить? Кто самый більше там обутый ходить? Кто там обутый ходить? А что ты ходит? Потому что ты... Це я. Ми помінялися. Ти це я? Наташа, треть не надо. Його попалісосив і все. Надо, Міша, надо. Давай. Прямо зараз? Прямо зараз. Міші, наприклад, легше мене упрекнуть, зачем ти ковер постелила на кухні. Йому легше. Де ти такое видела, щоб на кухні був ковер? Зачем ти ковер на кухню постелила? Якщо чесно, у нас на кухні теж ковер лежит. Ребята, у кого-то ще є на кухні ковер? От, а мені, наприклад... Опять же, це в характері таке. Лучше зробити тяжеліше, да, його там мить, стирати. Тяжеліше мить, стирати. Зато мені красивіше подобається. Зато красивіше. Ну, мужик зрозумів, що завдання все-таки не збавиться, і починає він, ребята, їх виконувати. Страшно втомилась. Страшно устала, Ніша! Мама. Пульт. І піддіває його. Что произошло, ребят? Они поменялись местами, что мужик теперь убирает, готовит, а она лежит на кровати. Но маме было мало, так как бы поиздеваться, она решила продолжать. Миш, звонит. Укрой меня, пожалуйста, пледом. Укрой меня пледом? Пожалуйста. Ну что ты начинаешь это сам? Укрой, у меня ноги помёрзли. Но, ребята, мать не останавливается. Для нее это метод для того, чтобы как-то отомстить за столько времени, когда муж ничего не делал, а она делала все. Ой, два дня потерплю. Я потерплю, ты теперь все время так будешь жить. Что значит потерплю? Сколько я терпела, столько ты будешь терпеть. Я терпела, ты терпи. Я молчу никогда. Даже я не молчу. Желательно было, наверное, промолчать. Даже если надо промолчать, я не молчу. А як только трудніше, как что-то трудное, то уже він не справляється. Тобі приходиться з ним спорити, уговаривати. Естественно, если я надоїдаю, він тоді вообще злиться. Я ж тебе сказав, що я делать не буду, значить, не цепляйся. А я цепляюсь, наприклад. Хочу, щоб зробила. Ну, ти все. Місяць, у мене вже давлення піднялося. Міш! Що? А не хочеш мені кофе заварити? Зроблю з большим удовольствием. Сейчас. Только ж не на труси там на дорожку, бо знов пересосить придеться. А вечером сделаешь мені масаж, щоб пролежнів не було. Сделай массаж. Миш, не затягуй время, надо успеть помыть ковер. А что я время кофе делаю? Ты что, издеваешься? Я попылесосил. Ну начинай мне, пожалуйста. Я не издеваюсь. А мать никак угомониться не может. Она как вошла в роль, она даже не понимает, что она вообще отталкивает от себя мужа, и что у него желание вообще помогать, убирать вообще отпадает. Я не люблю, когда, ну, видишь, 10 раз мне говорят. Я сказал, что так не надо, значит, все. Это не такой работа, например, что, например, понимаете, там, что горит, срочно его надо исполнять, и не надо его откладывать. Понимаете, это просто совсем другое. А так это просто шутка, издевательство, я так понимаю. Но она не сильно такая-то самая, что тебе это... Сильно-сильно. Не строй мне глазки, я уже им не верю. Бери ведро. Я не верю твоим глазам, иди мой. Господи. Миш, не выделайся.
Не делала же ты. Стоп, а ты стирку ту вывесил, что ты утром заложил? Стирку Саш, повесил, которую ты... Снег на улице. Стирал. Че ты думаешь, заложил и оставил, пока не завонялось? На, э? На пей. Потом. Стирку заложил, не достал. У 9. Сушка будет. У 9 часов она уже постиралась. Вона буде така вся, отак. Їй треба витаскувати її. Іди витаскивай. Пройшов, ребята, тільки час, но папаша уже как бы устал от своей жены, она реально что-то так перегибает палку, что капец. По нему видно, что он как бы, ну, флегматик, он не такой прям холерик взрывной. Он вообще такой, знаете, как ходит так простенько, ничего не говорит, а вот мать, ребята, жжет по полной. Рушку ж треба стирать, Миша, все равно. Все. Отказываешься, да? У меня спина болит, сегодня я не могу. Я постираю, я... Коли? Легче буде. Обіщай, коли? Постираєш? До 8 марта. Буде до 8 блестеть. Марта? Все. Не тільки це, все. До 8 марта все буде блестеть. Ну так. Да. Диван зайнятий. 8 марта. Как они так живут? Это хорошо. То есть есть был первый муж, с которым она развелась. Вот второй муж, так она с ним тоже нормально не живет. То есть что тоже будут разводиться. То есть они не умеют как бы даже общаться. Где у них нормальная семья? Отвлекай меня, я не могу заснуть. Я не могу заснуть, не отвлекай меня. Тільки на нервы папці можешь действовать. Чим я ему действую? Ты почув от меня якесь пане? Да. Як ти? Ти його унижаєш. Чим я унижаю? Ти його унижаєш. Смієшся з нього, заставляєш. Ні, щоб нормально сказати. Ми ж помінялись ролями. Я сто раз ему так и сказала. Пожалуйста. Даже ребенок понял, что мама заигралась, что так нельзя себя вести. Но мать, ребята, успокоиться не может. Миша, ну все равно ж треба стирать. Что, полаемся, чи шо? Пойди, набери воды. Иди стирай, ну, потому что будем ругаться. Это что, трудно? Я больше тебя обговариваю, чем ты. Я планировала ковер постирать. Вот за цей ковер мы опять же полаялись. Мы поругались за ковра. Скандалы. Слово за слово. Вроде бы уже успокоилась, потом знов за той ковер. Сказать, ну ковер не причина для скандала, а все у нас такие причины. Так на самом деле она сама эти скандалы поднимает на ровном месте. То есть пришила за один день, причем мужа напрягать, унижать. Заигралась баба по самой не хочу. И говорит, а почему так происходит? Миша, я от тебя сегодня не отстану. Я тебе серьезно. Он в шоке. Я от тебя не отстану. Пока ты не помоешь ковер. Мужик реально в шоке. Он, наверное, такую жену никогда в жизни не видел. Он не знает, как он, бедненький, сдерживается, но посмотрим, что будет дальше. Я не люблю. Я люблю, когда оно, например, да, согласен, если ты заслуживаешь, что можно сказать, что такое, так просто так говорить. Просто а говорить мне, ну, не люблю такое. Немножко раздражает. Это просто уже издевательство было. То в последнем момент я не люблю такие то самые. Я делаю все нормально. Так издеваться я не позволю. Пока я нормально просила, сейчас ты меня уже обидел. Ты меня обидел? И оскорбил. Короче, я тебе так где? Скажу. Ты не хозяйка, ты подобие хозяйки. Тебе грязный ковер, а ты его не хочешь стирать. Оно не грязное. И кто ты после этого? Оно не грязное. Кто ты после этого? А кто ты, если он грязный, я его не постираю. А ты не лезь, не вмешивайся. Но как только ребенок стал еще на сторону отца, мать вообще взбесилась, думает, ах, вот так вот. Поверил зря. Набирай воды. Горбатого могилу справить. Ты нехороший человек. Что ты меня взываешь? Я не помню. За что ты меня взываешь? Папа понял, что нужно с хаты валить, потому что ничем это хорошим не закончится. Он берет ребенка, и они отправляются на футбол. Одевайся, Арсен. Як це ви з ним пойдете? А я кажу нет. И тут мама говорит, я сказала нет. И ребята, наверное, чуть ли не впервые в жизни, они решили маму не слушать. И это еще больше маму разозлило. Как так, мать, глава семьи, всегда что сказала, то и будет. А тут мальчики не слушаются. Это не я должна делать. Вот это не я должна делать была. А должен был делать ты. Понял? Да, умеет она общаться. Ты зараза привык? Просто привык, чтоб тебе тут годили, подчинялись и ублажали тебе. Оце ты привык. Сволочь, я тебя терпеть не могу, гада. Ты не ори. Я уже не могу не орать. Капец. Ну, Миша, як, учитывая то, что они ехали на тренировку, он был дуже психованным. Миша был психованным. Вы только что, ребята, видели, да? Миша был психованным. Какой папа был психованным? Не, мама была спокойная. Вы что, она отлично общалась, причем очень адекватно. А вот муж был очень психованным. Угу. Думала, что он как бы везе его на футбол, значит, и должен все ему там приготовить, что надо. В общем, дуже нервный, опять в скандале. Он нервный. Вышел, я осталась. Приятно, что я иду с папкой на тренировку.
Я думаю, что у меня получится заниматься футболом. Было бы на стремление. Давай, сейчас мы попробуем маленький нормативчик, хорошо? Давай, сколько раз? Вот. Ого. Хорошо, молодец. Давай сейчас рывочек. Давай. Оп. Парень молодец, на самом деле. Тебе точно надо футболом заниматься. Не спеши. Идешь, Мария. Не спеши. Дай пас. Угловой. И смотри, куда ты бьешь. Хорошо, отбивайся. Что ты падаешь? Что папа его не поддерживает, если честно. Артем, мне это не даешь нравится. Передачу, глаза поднимай. Хорошо, Арсен, давай, обыгрывай, думай. На удар. Хотя, ребята, потом папа начал его все-таки поддерживать, и мальчику это очень понравилось, когда папа его поддерживает. Эй, Арсен! Молодец. Он обрадовался, мне тоже так душе стало приятно. Особенно, когда он гол забил, тоже мне обрадовался. Он вообще-то у меня шустрый парень. Ну, может, кое-что и какой-то роль, маленький роль я играл. Дай бог, я надеюсь, чтобы оно пойдет к его пользу. Всю свою жизнь я буду поддерживать его. В общем-то, папа решил все-таки больше уделять времени сыну, потому что понял, что мало уделял. И впервые в жизни он начинает смотреть за уроками сына. Ага, что ты, какие уроки у тебя есть вообще? Ты что, 2 недели в школу не ходил, что ли? Чего? А что это такие? Ты ничего не писал здесь? Вот. Нет домашнего задания. Вот это смотришь, что в школу ходил. Двойка. Но, ребята, заведенной маме такое сближение папы и сына не нравится. И мать начинает дальше муштровать. Ого, ты сюда лезешь. Ну, ты ж хозяйка. Ты, я лезу в йогу. Ты что, ты понимаешь, что... Наташа, что ты хочешь, Наташа? Я хочу глянуть зошит, и че все в йогу чинят. Я хочу, кстати, его тетради. Что натворить? То есть папа как глава семьи, он начал заниматься ребенком. Она пытается вставить, ребята, своих 5 копеек. Вот я хочу то посмотреть. Вот, понимаете, вот ей надо вот сейчас, чтобы показать, что она главнее. Ну так вообще дела не будет никакого. Ты что себе? Иди сюда, дай сюда. Тебя оно не касается, Наташа. Не тебя, тебя сын не видел. Вообще. Все, берешь руки. Что натворит? Если не будешь делать, я тебе скажу. Понял? А, кстати, на следующий год уже вы должны платить за книжки. А зачем платить? Ты что, в школу собираешься тоже на следующий год идти? Бабку. Ну, серьезно, я тебя спрашиваю? Ну, да. А зачем? Хорошо. А зачем? Я до 11 класса в школу вообще-то ходить буду. А зачем? Чтобы учиться. А ты ж не учишься. Ну, правильно ты сказал, чтобы учиться. А ты ж не учишься. Если головой не можешь думать, думай ногами, руками. Но мама подумала, ага, пока вот папка занимается воспитанием, я сейчас, наверное, сделаю другое. Я сейчас их все-таки смогу поругать, чтобы они поссорились. Він не помогав йому делать уроки. О, он не помогав делать уроки. Начинается. Він пытался показать, що він там щось, а оказалось, там він щоденника в глаза не бачив. Нік, он не видел. На мене, і головне не на Арсена, це все, а на мене зло зганяєш. Він думає, що він должен бути тільки хороший. І вдруг вскривається щось. Він тоді цього терпіти не може, винувата я. Святая мать, надо тобі щас срочно очки від сонця одіть, бо зараз засліпить тебе. Очки від сонця одіть. Ти не закривай. Дивись. Не треба мені то саме. Я прийшла чашечки убрати. Давай, убери. Не лізь. Дурочку не хочеться. Забирайте. Що ти хочеш, що ти прийшов? Я прийшов дивитися, що ти прийшов сюди? Согласен. Смотрите. Ти мене постійно обманюєш. Постійно ворюєш мені. Кожен день. Вот каждый так, день. Як ти йому через день, так і він тобі через день. То есть, образно, что мать делает? Ну, вы понимаете, что все-таки проблема зол, на самом деле, все в маме находится. Мать вставляет своих 5 копеек везде, где надо, где не надо, по пустякам, все равно. Ей главное, ага, то есть, если у меня не получается, значит, буду ссорить, буду просто дурдом. Ти почетних, ти понечетних, друг другу брешете. Давай я поможу, кажешь. Хватит. Давай я поможу. Я не встану, хватит. Еще раз говорю, я не встану. Я не отстану. Я не думаю, как ты заводишь всех нас. Хоть 5 минут, любой ненормальный ребенок перед тобой. Все. В общем-то, мама придиралась до конца вечера. Папа с сыном думали, что с утра проснутся, будут воспитывать собачку, потому что они ее обижали, били. Но, ребята, с самого утра начинаются скандалы. Жена начала мыть ковер, и понеслось.
что, ребят, происходит дальше? А мама пытается показать, что вот домашние обязанности – это трындец, как все тяжело. Хотя ковер сама она постелила, можно было и не стелить, но, ребята, сейчас начинается у нас показуха. Я ему показала, как это трудно, как это робиться. По малесенькому квадратику я чищу той ковер. А можно было цього не делать, горе він пропадом, той ковер. Ну так убери ковер, если не надо. Вот это правда, я не знаю. Сама захотела положить ковер. Мужик сказал, не надо. На самом деле, на кухне, да, то есть ковер не сказал бы, что это то место, где, наверное, ковер в последнюю очередь нужен. Там всегда еда, что-то упадет на пол. Там лучше всего иметь какую-то кафель или еще что-то, что легко моется. Потому что это кухня. Там получить пятно вообще вот так вот, по щелчку. Какой ковер? Пятно с ковра потом убрать тяжело. Я абсолютно согласен. Можно положить паркет, доску, плитку, но не ковер, потому что ты понимала, если ты ложишь ковер, ты будешь его убирать. И скандала потом бы не было, хай бы он грязный и стоял. Або чистый ковер и скандал. Не хочешь помочь ты мне? Не хочешь мне помочь? Миш! А? А что это не плачет, мне лучше было бы, Наташа? Ну то фигня. Неси щетку, покажи мне, как это робиться. Не робиться, а я просто вольный. Как это делается щеткой? Ты про жопой постоянно стоишь и наблюдаешь и указываешь. Мальчик на самом деле ждет папу для того, чтобы идти заниматься собакой. Но мать настолько заела, что просто дурдом. Пытается показать, что вот какая бедная несчастная, ты мне ничего не помогаешь. И опять мать несет. Безумный який, это только твоя работа, стоять подсказывать, как надо сделать. А ты возьми, сделай. А вот что ребенок видит? Я ж ничего не сказал. Ага, так ты у нас царь, я забыла. Ребенок понял, что в общем-то он папу не дождется, потому что они с мамкой там разбираются, и он начал все-таки заниматься воспитанием сам собаки. Плакать ты умеешь. Зайчик да солнышко. О, а ты лучше не называй меня так, ты лучше поможи мне что-нибудь. Колесенький який ты. Ничего, ты думаешь, я тебе сейчас убегу. Ты меня попросишь тоже. Ты меня что попросишь. Хорошо. Ну ты все. Иди к сыну, папка. Простите, у меня просто нет слов. Собака бедная, малого так дергаешь, что просто трындец. Не по размеру немного. Окей, смотрим дальше. Ой, капец. Это малые ребята воспитывают собаку. Дрессируют, точнее. Ну, собака играется, на самом деле. Это игра. Он ухаживает за ней, смотрите. То есть уже сделали, чтобы тепленько было. Сено. Молодец. Ой. А собачка играется. Рабу нельзя. Невоспитанно, но играет. Ну, как мы понимаем, что силы как бы неравные, собака и маленький ребенок, и он решил попросить все-таки папу помочь. Пап, ну вообще какой-то дурный, сын вообще не слушает. Дурной. Ну, папа решил все-таки помочь сыну, потому что видит, что собака его не слушается, как бы они с ребенком, собака и ребенок не находят общего языка, и папа решил проконсультироваться с кинологом, тем человеком, который занимается как бы с животными. Пускайте его за пределы дома, потому что будет малейший раздражитель, и Арсен полетит за этой собакой. Для собаки обязательно купить строгий ошейник. Да, строгач, да, это строгий. Правда. Строгий ошейник. Это с шипами внутрь. Собака, когда она сидит на цепи, она озлобляет. Да. Ну, понятно. То есть, ну, ее социализация сводится к нулю. Да, да. Вольер должен быть, чтобы ветер не задувал, сзади и по бокам должны быть обязательно доски, стены. Должны быть закрыты, чтобы не дуло им. Сверху крыша. Я понял, вот так и оно будет. Делайте вольер для собаки. Хорошо. Ну, эту неделю постараемся сделать. Спасибо. 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 Большое спасибо. Но маме, ребята, не нравится, что мальчик советуется только с папой. Как так? Вы что? Как-то маму ни во что не ставят. Это однозначно на стороне Арсена. Mm. Однозначно. Вот в любых он на стороне ситуациях. Арсена? Значит, это получилось. Арсен уверен, что я не права. Окей, ребят, наступает следующий день, вступает правило, где наши родители должны отправиться на танцы, потому что у них как бы любви что-то вообще не замечается. Здравствуйте. Телеведущую и актерку Лилию Ребрик и хореографа Андрея Дикова. Телеведущая и хореограф. Пара познайомилися на проекті «Танці з зірками». И уже 4 роки вони вже хороша танцовщиця і как бы круто танцуют, и они будут заниматься с родителями. Наталья. Очень приятно. Лиля. Мушех. Очень приятно. Мушех.
когда вы последний раз танцевали? Дуже давно. Ну вот все-таки вспомнить, когда это было? По-моему, Николы. Чего тяжело танцевать? Мы сегодня будем говорить о танго. Шикарный танец, в котором страсть, эмоции. То есть это танец там, где мужик это такой. У них эмоций много. Мачо. Страсти не особо, а эмоций много. Вот, которая должна разжечь. Внутри, в мужчине здесь, костер должна разжечь. Вот я, ну, говорю, не всегда мужчина должен делать первый шаг. Женщина должна подвести к тому, чтобы мужчина сделал первый шаг. Вот. Вы зараз маєте зробити так, щоб Міша теж захотів з вами станцювати. Давайте сейчас мы включим с вами. Сделать так, чтобы Миша тоже станцевал с вами. В ритме танго. Ну, видно, что хотя бы она по росту хоть подходит партнеру. А это, конечно, смотрится очень смешно, но они пытаются. Окей, тут, ребята, как бы действие не в том, чтобы это было красиво, а для того, чтобы они все-таки нашли опять какую-то романтику между собой, что-то вот у них как бы забурлило внутри. О, ножка! Реакция, мы же реагируем. Но на самом деле ни папа, ни мама не хотят делать первые шаги, поэтому у них особо ничего не получается. Ой, будет запрыгивать. Вот сюда. Раз, два, это моя три, любимая, четыре. И теперь смотри. Господи. Пять, шесть, семь. Хоп. Так. О. А теперь вот вы выкрутите. Еще раз прыжочек. И раз. И дальше вот то, что вы делали, конечно, здесь можно и... Миша, Миша, тримайтесь, все добре. Миша, держись. Ну. Ты, Миша, какой такой флегматик, если честно, смотрю. Да, мама, конечно, тут вообще орет, взрывается и тому подобное. Но вот мужик какой-то реально... тяжело мне представляется вообще хозяин такой в семье. Да. Да? Ой, слушай. Все, дай отдохнем 5 минут. Я уже не могу. Миша. Он только ноет. Какая она красунья у вас, понимаете? Она такая тендитна. Встаю, алай. Ну так что, не вдивайся, давай. Смеливейше. Сколько вы разом уже? 12. Сколько вы вместе? 12 лет. Вы как-то органично выглядите. Вот есть пары, которые, ну, даже, скажем, и танцевать могут лучше, но в них нет какой-то органики. Вас... Тут ребята 100 пудов соврали. Захотели просто поддержать. Окей, за поддержку, скажем, плюс, за вранье минус. Есть. Надо ее развивать, поискать. Для того, чтобы огонь горел, туда нужно что? Подбрасывать дровишки, да? Постоянно. Если это так все понакатано и много лет, ну становится скучно. Ну, правда, не согласитесь. А ведь столько еще граней, я уверена, неоткрытых, неизведанных. Поэтому... А давайте соберем это все вместе. Получится? Да? Приготовили еще раз. Раз, два, три, четыре. Мы пошли. Раз, два, три. Как бы пытаю. Ну, что-то есть. Контакт. Чуть-чуть. Взгляд на Машу и на нее. Плечика! И пошли, шашлычки! Ну, ребят, ну по чуть-чуть пара расслабляется, меньше ругаются, и что-то у них начинает получаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и раз, повел ее за собой, из кухни в спальню, так. И поддержка счастья! Миша, вы висите поцелуй Наташи, вы пропустили поцелуйчик. Щечку. Я могу сказать, что вы спокойно можете танцевать. Это все в ваших руках, все в ваших ногах, в ваших телах, в ваших глазах. Вот просто смотрите почаще друг другу в глазки. Это, мне кажется, это самый правильный путь к решению любых проблем. В тот момент стали как дети, Господи. Она моя жена была, есть и как наезд остался. Целый танец мы... Целый танец мы... Забыли, что мы можем даже спорить. Можем если даже ругаться. Настроение не будет, то встанем. Если настроение не будет, то будем танцевать. Скажем? Обязательно. Мы еще лучше танцуем. Они не безнадежны. Мне кажется, что проблема, что они мало общаются. Даже дома. Я так понимаю, что все висит на Наташе, что она тянет все. Она от этого есть не такое, чувствует себя, да, женщиной. Немного, но есть.
Это чувствуется, потому что видно, что муж как бы такой, он флегматик. Как бы больше пашет жена. Он в ней, соответственно, не видит ее, потому взрывается. Что она себя не чувствует таковой. А он, видимо, и не ценит того, что она это все несет. Потому что стоит женщину иногда просто похвалить и сказать: ой, спасибо тебе, родная. Там. Проходя мимо, ну вот просто заметить ее. Вот просто заметить то, что она делает. Все равно они производят ощущение добрых людей. Очень. Вот что правда, один, они очень что позитивные. Второй, они добрые, они позитивные. Они просто вот загрузли вот в этом быту в каком-то. Вот у меня такое ощущение. И перестали замечать друг дружку. Перестали смотреть в глаза друг другу. Это и банально, это, наверное... Но на этом все держится. Да, вот на этом, ну, на этом все держится. Вот на таких вот простых, на каких-то простых банальных вещах. Мне так кажется. И мне тоже. Ну что, ребята, муж и жена возвращаются домой. Они уже не ругаются и решили все-таки сыну показать, что они делали. Ребенку приятно посмотреть, когда родители счастливы, не ругаются. Ты что должен делать? Понял? Быстро машите! Быстрее машите! Ну, папа понял, для того, чтобы все-таки наладить отношения в семье, что нужно меняться самому. И что будет делать? Вот экран. Так? Несмотря на то, что такой кран. Будет ремонтировать кран? Так еще ж, тут же, тут только я одна знаю, как им пользоваться. Да, будет ремонтировать кран. Я это не считаю поступком. Ну, это просто приятнее ощущение, или как там можно сказать, например, для семьи. Я не люблю, когда мне, например, что упрекают и заставляют, что мне, я должен делать или что к чему. Я, если хочу, я всегда сказал ему, говорю, мне не надо ничего. Если я хочу, я делаю. Если я не хочу, я не делаю. Меня... Нет, тут как бы не то, что должен. Тут главное правильно попросить, правильно общаться, и все будет получаться. Конечно, никто не должен заставлять. Пошел и сделал. Ну, правильная просьба, да, и будет все круто. Надо другой подход, другой отношения. Но сейчас папа хочет доказать, что все можно починить, было бы только желание. Романтические сюрпризы я лично не делал. Вообще нет. Самое главное, чтобы семья была нормальной атмосфера. Вот это будет и романтика, и что хочешь. Дома друг друга ждут, уважают, любят. Значит, это и романтика, и жизнь. А то остальное все так это... Для меня, как говорится, это просто слова. Так говорить можно красиво всегда. Работает? Все, сухо, слава богу. Прошло, ребята, время, мама с сыном вернулись домой, и они сразу же заметили приятные изменения. Ара, рыбу готовлю. Черт побери. Но такое чувство, что все-таки мама не готова к изменениям своего мужа. Ой! Жена заметила, что муж все-таки поменял экран, и она чуть-чуть как бы не привыкла, что муж что-то по хате делает, поэтому не знает, как вообще как реагировать на это все. А что там, что там? Порвалол мне срочно. А что там? Барбовал. А что там? Арсен. Что там? Кран. Только не лякайся. Шо? Не пугайся. Что? Кран рабочий, новый. Ё-моё! Я же перепугалась, всё это... Да я сама перепугалась, Арсен. Миша, ты ж предупреждаешь столько неожиданностей. Ты хочешь, чтобы я вообще создание потеряла? Так а что это вдруг сталось? Что-то вдруг случилось? Приятно сделать. Господи, ну зачем она это несет? Зачем, батюшка? Ну сказать просто, блин, очень приятно. Видно, что ты пытаешься меняться. У тебя реально ценила. Ну, это неправильная фраза. Это мой батюшка поворожил. Никто не ворожил. Мужик решил сделать приятно. Что мать несет? Ну нельзя так говорить. Наверное, мать его. Перемать. Я согласен, у него руки опустились. Ну, что ж ты мне сделал, а? Я делал нам. Спасибо. Не могу прийти в себя. Да. Иди холодной воды пей. Ну, спасибо, Миша. Сама, как бы, вот вы только что, ребята, прекрасно это все видели. Сама только что устроила мини такой конфликт и ссору. Зачем? Мужик старался, нет, чтобы поддержать, она какую-то начала дурочку косить, и там потом сказать, блин, вот реально ты молодец, умничка. Она, ой, так что кто-то поворожил, да. Мене такий шок взяв, що, наверное, другі жінки від якогось сумасшедшого подарка, там кольця радіють, так, наверное, як я то крана. Ну, в общем-то, папа решил не устраивать дальше конфликты, он чуть-чуть как бы остыл, и ребята, они сейчас будут ужинать вместе. Не знаю, как часто, но сейчас это произойдет. Все, уже готово, давайте.
Наташа. О, це я і ждала, Наташа. Ну, я думаю, ти не просто так приготовив це все, да? Не просто так. А чого? А ще й предложив випити. Давай, щоб не ссорились. Давай тоді я тобі скажу, Міша. Наверно, давай це буде началом всього хорошого. Добро, хорошо. Будемо старатися. Давай, на все хорошого. Наступает новый день, и муж решил помочь почистить ковер. Только дивись, берешь квадратик, условно берешь. Значит, его вот так делаешь потом, да? Сильно не делай так, очень же ты должен. Но самое обидное то, что жена все-таки не ценит старания мужа, и она контролирует каждый его шаг. Испась душу, ты помыть. А ты этим мыльчишь? Да, да. Пройдимась, то есть. Вместо того, чтобы все-таки похвалить, сказать спасибо мужу, что он ей помогает, она снова его критикует. Ну нельзя же так. А так бы ты знал, ой, не разливать чай, ой, не разливать кофе, не рассыпать сахар, потому что трудно мыть. Ребята, с каждой минутой стает понятно, что мамка успокаиваться не собирается. Она, ребята, начинает его унижать, снова оскорблять и тому подобное. И мужик понимает, нахрена я решил ей вообще помогать. И он срывается. Муж думал, что все-таки жена за два дня хоть немножко изменилась по отношению к нему. А оказалось, ребята, что все не так, и ему это надоедает, и он уходит. Подожди секунду, ты не роби так. Ты вот так не роби. Ты так не делай. Ну ты ж не прав, ну ты ж не прав. Ты ж не прав. Офигеть. Она, например, говорит, вот то-то-то, я говорю, типа, нет, я так не хочу. Я отхожу. Отхожу, я молчу, ухожу, ничего не говорю. Не, ну видно, что он вообще молчит. Он вообще не скандальный чувак. Он вообще. Вы хоть раз видели, что он крикнул? Жена орет, как больная. Он вообще, ребята, какой-то флегматик. Ну, есть такой вот характер людей, флегматики. Вот такие, знаете, пофигисты. Реально, какие-то такие вот люди, и вот просто чудеса у них в семье происходят. Дома или с комнаты просто и все. Ну, выхожу, сяду в машину, поеду куда-то, не знаю куда. Но в тот момент, чтобы не ссориться, в этом плане. Конфликт, не, чтобы он не развивался, и все, пошел. То есть он считает, что лучше уходить от конфликта. То есть он не знает, что конфликты нужно все-таки решать. Их нужно проговаривать и тому подобное. Он считает, что если от него уйти, он исчезнет сам собой. Заблуждение. Пошелся немножко, она, я, и все. Я не хочу даже трогать эту тему, потому что оно конфликтно. Факти на лицо. Як я можу тепер повірити, що він раді тебе на все согласен? Арсен, це я на все согласна, понимаєш? Ребенок никак не может понять, где делся папа, и начинает все-таки его искать. Куда собрався? Ти куди собрався? Куда ти собрався, Арсен? Не отстань. Ти куди, питаю, собрався? Не лізь! Ні, подожди, ти ж не їдеш нікуди. Ти ж куди? Ти думаєш, ну перемонтуй мене цими сапогами. Ну, не лізь! Але Наталя цього стерпіти не може. Злість на Мушега вона зриває на ні в чому не винуватому синові. Говорится о том, что мама всю злость свою срывает на сыне, хотя ребенок хочет побыть с папой. И было задание, чтобы ребенок проводил больше времени с папой и меньше с мамой, потому что мама себя вести не умеет. И вот такое сейчас происходит. Ты точно схлопочешь у меня? Сейчас ты меня точно схлопочешь? Ну что? Нравится? Питаю, нравится, чи не? Вот что она делает? Злізь? Бачиш як? Та злізь! Я слажу, ну ти мене тоді не трогаєш. Нормально, ти мене не трогаєш. Вона його, ребята, задавила, рукою душить, ну як, не прям до смерті, но душить. І ти мене не трогаєш. Вона ще удивляється, чому він на нього ногою б'є і тому подобне, руки піднімає. Та тому що вона сама так сильно себе веде. Дорогой, так не, так не. Арсен, ми тебе не трогаємо. Капець. Ты что, ненормальный вообще? Пытаю. Все, ты лезешь. А ты нормальный? Нормальный. Ты как себя ведешь? Ты думаешь, будешь мамку быть, чи что? Маша, держи его! Мушек чує відлуння сварки та бійки, що щинилися у домі. Папа возвращається, тому що услышав. Все, нема тобі волі вже такої, як ти сюди робиш. Нема тобі. Казав. Упав сам. Дурдом. Мама, сейчас еще прийде папка и получишь ты. Да, а че я потяну? Наташа, что ты делаешь? Что мы делаем? Я не поняла. Да что он делает? Подивись на его. Ну, с таким... Куда ты хочешь?
хочемо забрати через окно? Ні, не хочу. Ну не трогайте їх уже. Ох, ребята, сімейка. Одевайся, Арсен. Мы с ним пойдем погуляем немножко. Як це ви з ним пойдете? Как это вы с ним погуляете? Нормально? То есть реально мамаша чуть-чуть отбита на голову, потому что то, что он творит, просто на голову нормальному человеку не налазит. А я кажу нет. Він должен быть дома сейчас. Чего он должен быть дома, реально? С ней? Потом придет. Я надеюсь, что мужик все-таки понял, что его сыну Арсену, в отличие от него, убегать некуда. Що потрібно все-таки як-то в це вмішуватися і спасати ребенка. Тому, аби всі мали шанс заспокоїтися, забирає сина з дому. Я б не хотів ламати йому психіку, що він себе чувствував нормально. Ощущення було моє, звісно. Кожен свої проблеми вирішує по-своєму. Мені прийшлося вирішити так. Я вірю собі. Це моя сім'я, яку я не дам обіду і буду робити все, що... Ну, папа понял, что все-таки сыну нужна поддержка, и он решил все-таки как-то активно и весело провести с сыном время, чтобы не нагружать себя негативом. Родители жалко своего ребенка, который огорчается. Конечно, жалко. Но это жизнь, оно, как говорится, так бывает. Стараюсь объяснять, что так получилось, или получилось, ну, такая объясняющая, как можешь. Анна, ты вообще... Руку, давай. Сейчас. Давай. Давай, я ты едешь. Но реально, что заметно, что за эту неделю папа очень сильно сблизился именно с ребенком. Чего, конечно, не скажешь с его женой. Я не знаю, как сейчас немножко, чем дальше еще подумал, что не знаю. Вот это у меня это дуже напряженка. Вот это, что сейчас у нас у меня дома творится. Сам это все можно было по-другому делать все. Тяжелая такая ситуация тоже в семье. Ну что, ребята, неделя подошла к концу, сейчас будем подводить итоги. Я не знаю, что будет сейчас происходить, что будет говорить ведущий, но думаю, что реально будет очень интересно. Наталья Мушек, здравствуйте. Здравствуйте. Как успехи? Нормально. Нормально. А на самом деле? Не сказал бы. Есть изменения чуть-чуть, есть. В нем, да, есть. Кто в доме хозяин? Как оно прошло? Неплохо, нехорошо. То есть никак? Можно сказать так. А вы как считаете, Наталья? Удалось ли вашему мужу выполнить это правило? Я считаю, нет. Как думаете, почему? Даже не знаю. Ну, опять на дурочку косит. Давайте разберемся. Хотите узнать? Да. Вы в какой-то момент стали вести себя по отношению к Мушегу, мягко говоря, неуважительно. По-скотски, на самом деле. Я не думаю, что я неуважительно. Использовать повелительное наклонение, звонить по телефону, чтобы он вам чай принес. Это уважительное отношение. Не, ну я повторила то, что он всегда делает обычно. Я просто ему показала якцы. Вы хотите, чтобы он был хорошим мужем и главой семьи? Да, я хочу, но я больше хочу, чтобы Арсен был. Да не хочет он ничего. Так он же не сможет быть хорошим при наличии такого образца для подражания. Может, согласен. То есть вы не хотите, чтобы ваш муж был главой семьи? Я хочу, но я больше... Ну, кто хочет? Она всеми своими действиями показывает, что ты здесь никто, а я здесь главная. Вы, ребята, все сами видите. Ваш сын не станет нормальным мужиком, если у него не будет достойного примера для подражания. Да. Это понятно? Да, но я же не могу дать ему цей пример. Повернитесь направо. Посмотрите, кто? Муж. Муж. Отец. Вот, соответственно, он мог бы быть достойным примером для подражания? Для нее нет. Мог бы или мог нет? Бы. Мог бы. Вопрос в том, хотите ли вы? Да, нет. Я хочу. Хотите? Врет. Тогда каким образом вы помогали вашему мужу стать мужчиной, главой семьи? Никак. Никак. Вы его оскорбляли и унижали, показывая своему сыну пример, как должен вести себя мужчина. Терпеть унижение и оскорбление. Да. Хитрожопий постоянно. Стоїш і наблюдаєш, і указуєш. Розумний який. Оце тільки твоя робота. Стоять підказувати мені, як треба зробити. А ти візьми зробити.
Если вы хотите что-то изменить в жизни своего ребенка, надо работать. Вам в первую очередь. Вы что, там святая мать? Получается, моя задача Мишу воспитывать, я так понял. Опять капушона несет. Моя задача Мишу воспитать. За собой все-таки следи, а не за другими. Она пытается всех воспитать. В себе она проблем не замечает. Это больше всего бесит. Она не может додуплить, что проблема в ней. Ваша задача себя воспитать. Вот. А мушек пускай воспитывает себя. А ваш сын, глядя на все это, начнет воспитывать себя под вашим чутким руководством и благодаря вашей поддержке. Она думает, что она идеальная. Какая поддержка? Что? Она что ее воспитывать? Она говорит, а у меня все окей, вы что? Меня воспитывать? Так я идеальная мать. Это все плохие, а я мать идеальная. Но пока вы ведете себя по-хамски, почему ваш сын должен вести себя по-другому? Ничего сказать. Это очень странная ситуация, поскольку на этой неделе единственный человек, который все выполнял и справился... Папа. Хорошо со своими задачами. Это ваш сын. А сын? Ладно. А должно-то быть было наоборот? Да. Ну, папа, скажите честно, ну реально старался. Вот вы видели, папа, ну, я бы поставил бы ему плюсик, потому что папа реально старался. И это было заметно. Вот маме, да, конечно, такой жесткий минус, причем по всем параметрам. Получается, что он для вас пример, для подражания, а не вы для него. Так, а він исполнил благодаря за что? За то, что мы были рядом. Ой, не исполнил, потому что мы такие. Можно я вашу корону отполирую, а? Чтобы лучше блестело. Вот смотрите, что вы только что сделали. Вы обесценили вашего сына. Да. И сказали, еще да не, дело не в нем. Он как был... Вот. Не, я так не сказала. Да я как? Просто он без батьки. Он без вас никто. Да. Конечно, конечно, это я понял. Это я услышал. Только это не соответствует действительности. Почему ребенок это сделал не благодаря вам, Наталья, а вопреки вам. Потому что то, как вы себя вели на этой неделе, ну, в общем, плохо. Она не понимает. И это он молодец, а не вы. Это он эти правила выполнял. И он стремился это делать. Арсен правила выполнял, потому что я ему напоминала. Ой, блин, опять она святая. Потому что мать так помогала ему, вот он выполнял. Боже, ребят, давайте ей корону все-таки еще одну купим, чтобы она хотя бы на праздники тоже могла другую одевать. Если я перестану напоминать... Он в шоке. Ему, утром ведущий в шоке просто. Бо я не напомнила поставить. Так муж тоже ходит в мокрых сапогах один раз. Поймет, что это неудобно. Да. И это неприятно. На ошибках учат. Вы в 30 лет ему тоже будете напоминать, что нужно сапоги сушить? Наверное. По привычке. Господи. Че нас жжет? Он в шоке. Я и Миша напоминаю. Он страшный человек. Согласен. Ведущий, я думаю, пытается сдерживаться, но он просто в шоке от того, что мать ляпает. Вы, не реализовав себя в жизни, пытаетесь быть полезной мужу, сыну, вот в тех аспектах, в которых не надо быть полезной. Если вы хотите быть полезной мамой, если вы хотите сделать для близких что-то хорошее, пускай они радуются общению с вами. А делать вместо людей то, что они могут сделать сами, это оказывать им медвежью услугу. Согласен. А делаете вы это не для того, чтобы было хорошо вашему сыну или было бы хорошо вашему мужу, а для того, чтобы чувствовать себя сколь-нибудь значимым. По сути, вам и на сына, и на мужа плевать. Да. Как бы это парадоксально сейчас не выглядело. А это выглядит именно так. Да. Знаете, что нужно вашему ребенку? Ему нужны ошибки. Ему нужен опыт. Ему нужна способность делать какие-то выводы из неправильных поступков. А вы просто лишаете его такой возможности. Я промолчу. Нет. Говорите. Я недовольна тим, що всі знають причини, і ніхто не посоветує, що зробити. Саме легше ж сказати, що ти не робиш так, як треба. Все починається з себе. От я вам прямо зараз говорю.
Что конкретно нужно делать? Первое. Перестать считать кого-то другого виновным в ваших проблемах. Второе. Всегда спрашивать себя, а что я, лично я, сделала для того, чтобы ситуация вот так вот ужасно выглядела, как она выглядит сейчас? И третье. Что лично я, не Мушек, не Арсен, а я могу сделать для того, чтобы что-то изменить? Ну да. Вот начните с этого. Второй совет хотите? Конкретный. Прям рекомендация к действию. Да. Извинитесь перед Мушегом за то, как вы по-хамски себя вели. Миша, я по-хамски вела до тебя. Я сказал извиниться, а не спросить. Блин, этот дурдом. Пробачь меня за это. Ну что? Мне не трудно. Так надо, чтобы он же за свои тоже. А и что вы делаете? Опять он виноват. Кто угодно виноват. Надо, чтобы он. Ну, сколько можно, Наталья? Всем надо меняться. Нет. Ну, я нет, не надо меняться всем. Вам надо меняться. Забудьте обо всех. Больше никого нет. Да. Есть только вы. И только от ваших изменений что-то зависит. Мушек. Попробуем. Слышали меня? Есть только вы. И только от ваших изменений что-то зависит. Вот каждый должен думать вот себя. Так. Давайте пригласим вашего сына и узнаем новое правило. Да, семейка такая, ух. Привет, Арсен. Здрасте. Как неделя прошла, скажи мне? Что-то изменилось? Папка до мамки стала лучше относиться. Это правда. Нет. Что? Лучше стало относиться к тебе, либо к отцу? Не Нет. знаю. Ну, видите, ваших изменений никто не заметил. Потому что их не Готовы было. Готовы услышать новое правило? Да. Да. Правило первое. В одной связке. В вашей семье ну, не принято полагаться друг на друга. Правда ведь? Да. И было бы здорово, чтобы вы научились ценить и уважать друг друга. Вот именно поэтому Я согласен. В рамках этого правила вас ждет интересное и увлекательное путешествие. Хорошо. Правило второе. Рыцарь сердца. Мушек, как вы считаете, может ли Арсен посмотреть на то, как вы относитесь к Наталье и сказать, вот так вот нужно относиться к женщинам? Нет. Нет. Ну, вам Работаете. Надо научиться ну, галантности в отношении с женщиной. Да. Ну и в целом было бы неплохо, если бы вы демонстрировали свое уважительное и обходительное отношение к вашей супруге. Для того, чтобы у Арсена была правильная модель поведения с противоположным полом. Согласен. Согласны со мной? Да, полностью. Так что вот на этой неделе вы будете этому учиться. И всему, что с этим связано. Правило третье. Прости меня. Я хочу вам дать эти две камеры. Одну вам. Записать как бы какие-то... Одну вам. Я понял. Записать какие-то признания. Отношения нужно налаживать с покаянием. Проще всего обвинить другого. Сложнее всего понять, а как ты лично спровоцировал происходящую ситуацию. Признаться в том, что ты тоже в этом участвовал. И если бы ты не захотел, этого бы не произошло. Вот я хочу, чтобы вы на эти камеры записали... И передали друг другу потом. Обращение друг к другу. Я бы хотел, чтобы в этом обращении звучала просьба простить вас за что-то. Ну, чтобы вы начали с себя, с раскаяния в своих плохих поступках. Надеюсь, у вас получится. Это третье и самое сложное правило. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Будет реально очень интересно чувствовать. А я жду вас через неделю. Очень. Удачи вам. Спасибо. Правила интересные, ребят. Очень. Папа с мамой поняли, что сами они наладить отношения никак не смогут и решили все-таки обратиться к специалистам за помощью. Итак, ребята, для того, чтобы папа не давал пустых обещаний, начал что-то делать, к нему приходит психолог. У тебя есть женщина, у тебя есть сын. И раз уж вот я здесь, раз уж мы об этом общаемся, то значит есть определенные проблемы. Наташа быстро вспыхает. Ну, из-за чего делает проблему, понимаешь, скандал? Из-за чего? А я не люблю, я не скандальный человек. Это заметно. Она бесит. Она всегда
чем-то недовольна, я не знаю, скажу так конкретно, всегда. Пока папа изливает душу одному психологу, мама пришла к другому. Ваш муж вас любит? Думаю, да. Так а в чем проблема? Мы не понимаем друг друга. Когда ваш муж уезжает, наверняка там, где он работает, он чувствует себя хозяином положения. Когда он приезжает домой, он попадает в ту ситуацию, когда хозяйка вы. И он чувствует себя лишним. Женщина должна сделать все для того, чтобы ее любимый и любящий ее мужчина, муж, чувствовал себя главным. Он герой. Я без тебя не могла справиться. Какое счастье, наконец-то. Дайте ему возможность почувствовать себя хозяином. Хороший совет. Одна из задач мужчины – это, по большому счету, действовать. Если тебя что-то не устраивает, то ты что-то делаешь, правильно? Какие действия ты пробовал предпринимать здесь? Что попросила, я сделал. Домашние дела, там, например, посуду, масуду, то-то, пылесос и то, что такое, такие. Всегда делаешь то, что просится? Ну, стараюсь. Кстати, есть сахар, может быть? Конечно. Психолог, ребята, необычный. Он захотел показать папе, как его вообще пустые обещания выглядят на примере. Теперь смотри еще один момент. Ты сказал, что ты, она у тебя просит, и ты делаешь, правильно? Ну да. Ну, если дома я делаю, 99% я делаю точно. Я там слышал, ты говорил о том, что сделаешь вольер для собаки. Ну да. Сделал? Не сделал. Пока это сами. Не могу делать. А почему? Потому что не могу делать сейчас. И у меня есть некоторые сейчас не на работу, я не хочу, например, 10-15 выкинуть сейчас на барьер. Я знаю, что ты сыну обещал грушу сделать. Он не захотел. Я еще слышал насчет того, что ты жене пылесос должен был. Он какой-то моющий, особенный. Так что где пылесос? 8 марта где? Сейчас где? Я тоже слышал о том, что ты в Армению сына собирался свозить. Не поехали, нам не получилось. Проблема была в том, что Арсенчика что документацию, чтобы сделать. А рыбалка? Я знаю, на рыбалку обещал свозить. Я обещал. Да? Да. Ну, не говорит о том, что все выполняет. Я не знаю, откуда у психолога эта вся информация. Наверное, кто-то все-таки рассказал. Но ребята просто мужика топят по самое не хочу. Хочет он, понимаете, не хочет. Он передумал. Сейчас он вот такой возраст. В общем, тоже нет рыбалки, правильно? Не надо мне, спасибо. Ты знаешь, вот на самом деле и твои окружающие тоже уже так говорят. Не надо мне спасибо. Не надо мне спасибо твоих сладких обещаний, которых очень много, и при этом ни одно из них не выполнено. Давай. Ну, папка кофе попил сладко, ему кофе, конечно, не понравилось, но и его родне тоже не нравятся его сладкие обещания. Главная мужская обязанность – это держать слово. Это то, что делает мужчину мужчиной. Согласен. Есть такое. Почти все в большей степени в семье зависит от женщин. Вы должны своими действиями убедить его в том, что он нужен вам и вашему сыну. Когда он дома, вы должны окружить его лаской, теплом, заботой. Лучшим из двоих является тот, который первым идет навстречу. Возьмите на себя инициативу и смелость сделать первый шаг. Начните Согласен. Его приучать к тому, от чего он и вы отвыкли. Смотрите телевизор рядом, вместе пьете чай, я не знаю, кофе с молоком, и вдруг раз. Так купите в магазине печенье и скажите, я сама испекла. Он что, проверит? О, боже мой, нас все слышат. Ну, вот такие вам уловки. Сделайте это, Наталочка. Вам легче будет жить. Вы войдете в этот мир любви, тепла и ласки, и вам уже сложнее будет выйти из него. Реанимируйте все то, что было. Оно не умерло, оно спит. Будите. Но должны это сделать вы. Очень сближает местоимение «мы». Наш сын
Мы вместе пойдем, мы вместе сделаем. У нас получилось. Пока есть это местоимение, женщина должна быть счастлива. Значит, кто-то вернул в реальность. Кто-то вернул в реальность? Миша практически воспринимала всегда его, ну, наши гости дома. Хотя надо, чтобы был самый главный. Хочется верить в изменения. Мы знаем, что ты слово свое не держишь. Твой сын это видит. Он продукт твоего поведения. Если ты хочешь, чтобы он был честным, будь честным. Если ты хочешь, чтобы он был держал слово, держи слово сам. Если ты хочешь, чтобы твой сын как-то себя иначе вел, веди сам себя так. Начни с себя. Да. Жесткая, если ты, но правда, хочешь, чтобы твоя жена меньше ругалась, значит, сделай что-то для этого. За все процессы в окружающих тебя людях отвечаешь тоже ты. И за свою жену, и за своего ребенка. Я хочу, чтобы в моем семье было хорошо, и чтобы им было хорошо, удобно, уютно. Потому что для меня семья святое. Но хочется надеяться, что пара после разговоров с психологами поменяла свое мышление и поведение. Наступает, ребята, следующий день, и наша мама с сыном едет в Каменец-Подольский для того, чтобы выполнять новое правило. Наша семейка гуляла-гуляла, ребята, и пришли на арену. Там рыцарские бои, пошли подивимся. Куда ты побежал? Там рыцарские бои, пошли посмотрим. Тут стопудово папа будет. Это папка, побачу. Он же любит эти рыцари все. Это если папка бы увидел, если он рыцаря любит. Он точно, он, наверное, это в щите он может быть. И в шлеме. Вот показные бои, как было раньше. Ого, ничего себе. Пап как бы побачил. А папка, если бы говорит, увидел бы. Красный рыцарь! Зеленый рыцарь! На первых минутах показалось маме, что вот один из бесстрашных рыцарей, это как раз есть ее муж. Ой. Это муж папка? Да. І де? Де мама? Ну, це хто передіти? Він же не стояв з ним рядом перед цим. Його не було. У зеленому? Ну, це зелений. Ти що? А? Ні, звісно. Это не папка, не-не-не. Хотя через некоторое время, когда мама увидела, что этот все-таки человек очень хорошо владеет мечом, мама подумала, что, скорее всего, точно это не он. Папка так не видит. Остановитесь! Вы признаете свое поражение, красный рыцарь? Да. Если среди рыцарей кто-то, кто хочет бросить вызов зеленому рыцарю, в таком случае я данный мне правом и честью. Да, это он, ну, стопудов. Я являюсь победителем турнира. Сударь, желаете ли вы избрать прекрасную даму, королеву любви и красоты среди присутствующих здесь дам? Да. Назовите ее, пожалуйста, и укажите. Вот. Мама в шоке. Она все-таки, наверное, не догадывается. Чтобы выйти и торжественно вручить нашему победителю этот приз. Может. Она догадывается уже, скорее всего, как так? Хотя им по ее глазам незаметно. Аплодисменты публики! Я все поняла. А теперь поняла. Раз, я все понял. Рыцарь, преклоните колено. Я понял. Я прошу вас снять шлем. Приятный момент. Что вы? Попросили снять шлем. Сын в шоке. Мама с сыном даже не догадываются, что папа так владел мечом не просто так. Он очень много тренировался. Сначала. Чист.
Мечи. Держи щит. Ты. Я. Пошел. И оп. Победитель турнира и королева любви и красоты. Да, я же тебе вручаю. Я понял. Люблю приятные моменты. Потому что в этом проекте очень много бывает грусти, но приятные моменты всегда очень приятные. Ой, ничего себе. На такой, конечно, поворот никто не ждал. Ни мама, ни ребенок, но они все довольны. Мене ж ноги не несли. Ну ты даешь. А я сразу понял, вот ты его можешь сесть. Я сразу понял. Ты самый лучший бился даже. Ты самый лучший бился. Это не со мной говорит. Ну, это сказать дуже мало. Не знаю даже, чим він більш був довольний, з собою чи тим, що я така довольна. Не знаю, чим довольна. Вроді жінки, щоб доказати, що я її люблю, вважаю і ціню. В общем-то, понемногу наша семья налаживает отношения, и следующее испытание – это пройти троем в лабиринте длиной 2 километра в одной связке. Вам зараз треба вирішити, хто у зв'язці буде йти першим, другим. Вам нужно решить, кто будет идти первым, вторым или третьим. Прекрасно. Папа первый. Я другий. Я последний. Мама удивилась, что все-таки папа взял на себя роль лидера. И молодец. Розумійте один одного. Понимайте друг друга. Допомагайте. Помогайте. В разі чого. Если что. Все получится. Спасибо. И мне было уже як. И мне даже уже было... Важно. Прав ты даже в конце важно. Или не прав. Хорошо, если ты будешь прав, ты нас выведешься. Но если ты даже будешь не прав, заблудишься, то тоже я тут ни при чем. Ну что, ребята, семейка пошла, и будем смотреть, как они будут выбираться. Пещеры. Камень для проверки талии. Талии? Да, сюда идем. Сюда. Сюда, аккуратно. Знаешь, чего? Бо еле-еле пролазишь. Аккуратно. Оп. У папы талия проверка. Я точно сюда не пролезу. Толкни мне. Давай так. Люби, как мы легко. Идем. Марсель, куда ты пошел? Я первый. Давай. Вот указатель, видишь? Указатель. Хорошо, что ты веришь стрелкам, а я ничему не верю тут. Ну, хорошо, что ты стрелкам веришь, я не верю. Я не могу понять, чего... Я не могу понять. Ты так веришь стрелкам. Чего ты так веришь стрелкам? Ну, потому что так специально нарисовали, чтобы люди не заблудились, что тут неясно. Вы согласны, ребят, что стрелки были нарисованы для того, чтобы не теряться? Мама считает, что стрелки нарисованы просто так. Ну, бредовая мысль. Выбесила мамка. Она начала паниковать. Вышел, дивиться, запоминайте. Смотрите, запоминайте. Нам же еще требует назад вертать. Нам еще нужно назад возвращаться. Фигня. Я иду своей интуицией, своими мыслями, и все. Я всю жизнь так иду, и все. Пошли на себя вперед. Опять мама начинает. На самом деле сказали, что мужик будет главным. Она согласилась. И тут начинает мама снова командовать. Не дает ему стать мужиком. Ну, зачем так делать? Короче, была я никто и осталась никто. Была я никто и осталась никто. Подвай ее отцепим, хай де сама, раз она такая разумная. А папа ходит сама. Она шукает все. Тут все и закончилось. Сама хай все ищет. Давайте, я вас сейчас здесь оставлю. Нет, нет. Ну, тогда сам. Нельзя, в одни себя. Можно. Можно. Я дорогу посмотрю, вас позову, чтобы со мной... Да, конечно, я такого вообще не хочу. Как оно и в жизни, так же сам. Ну таке життя за то було. Таке ж. Тебе казали, довериться, все. Іди за ті. Так не спішіть, а вас хіба я щось таке погане прошу. Ти можеш успокоїтися, мама. Я плохого нічого не прошу. Все, ребенок говорить, успокойся. Всеми. Якби б слухали мамку, вже б, наверное, в гробах би були. Якби б слухали маму, вже в гробу були. Ох, малой несет. А ты не подлизуйся до мамки, понял? Не подлизуйся к мамке. Имей свое мнение, хоть колись. Имей свое мнение. Папа, иди давай. Идите со мной. Да иди, ты на что ты стала? Иди, что ты стоишь. Ты идете куда, куда я иду, все. Давай, давай, сейчас ты будешь знаешь, где. Все. Выйдешь в горе. Ты можешь мне верить, Ильцо? Или ты хочешь меня вывести себе? А ты видишь, как она себя ведет? Ты видишь, как она себя ведет, папа? Ты все папку выведешь. Ты только муляешь. Арсен, не твое дело. Мама под ноги двигается. Так, как я. А что ты мной командуешь? Давай, идите. Связь направо. Арсен хуже даже делом.
Отак завжди він між нами, наче то символічний був між нами, зав'язаний. На самом деле проблема была в том, что мама не смогла справиться с заданием. Папа молодец. Ребенок молодец, защищал папу. Потому что реально мама опять ставила свои 5 копеек. Ты идешь не туда, то не так, все и не то. Мужик главный, он ведет, иди просто молча и все. Из-за него и дома так само скандали получается. Так само и в пещере получилось из-за него. Арсен мене пытается все время ставить на какое-то там свое место, как он себе понимает. Ты можешь побыстрее идти. Я не могу, я попросила с самого начала. Я сказала, ты можешь побыстрее идти. С самого начала, что я прошу, чтобы не спешили. Пап, попроси ей, чтобы она выключила фонарь. Нет, она будет дымиться под ноги, Арсен, и ты не командуй. Понял? Твого ж света хватает. Что ты длинным языком говоришь? Что ты меня трогаешь? Длинным языком не трогай меня. Я тебя не трогаю, я просто тебе объясняю. Слушай, не псифуй меня внимательно. Не псифуй. А ну успокойся, да. Соберись. Все, идем. Но тут заметно, ребята, одно, что папа становится не на сторону сына, а пытается защитить жену. И это на самом деле большой плюс для папы. То есть он показывает, что нельзя так с мамой обращаться, что мы спокойно дойдем и все будет окей. Миша, я хочу, чтобы мною командовал ты. Ты меня веришь, Арси? За мной здесь. Тоби да. Куда ведешь, туда иду. Аккуратно здесь. Идем. Знаете, туда или сюда. Вставай сюда, посмотрим, Балес. В коленях, мам, тут пролезь. Вот тут слизко, маму. Спасибо. Аккуратно под ноги смотри. Но съемочной группы у них нет, как вы понимаете, да? У них это все, что мы видим, это съемка с GoPro-шек на голове. Я, Арсен, не психовал там и не злился на меня. Но только десь камень, он сразу раз, мам, давай, дивись, бо тут слизко, предупреждал, мне руку подает. За мной. Мам, смотри, осторожно, тут скользко. Предупреждай меня. Ой. Нагнули, прошли. Вот тут дуже слизко, мам. Тут очень слизко, мам. Молодец. Прошла. Успокоюсь за меня, молодец. Прошли, все, голову. Спасибо, что беспокоюсь за меня. А вот ступеньки. Все, вышли. Да, выход, да, конечно. В общем-то, молодцы, папа молодец, они закончили лабиринт. Он правильно руководил, и все, ребята, победа. Думала хуже, я думала, сейчас мы выйдем десь. Фух, слава богу. И быстро мы вышли. Все, я же сказал, доверяйся мне. Все, я сказал, все, ну, где нормально, значит, нормально. Вопросов нема. Я це испытание прошла из-за них, за Арсена, за Мишу. Я прошла испытание для них. Третий, там. Как могу быть не третий? Спасибо, что ты нас вывел. Ну, спасибо. Они сближаются с каждым можно испытанием. Можно в тобе не сомневаться. Вся... Мам какая-то вообще неискренняя, согласитесь. То есть реально заметно, что папа меняется. Ребенок, ну, в общем-то, пытается. Но мама что-то как-то пытается всегда быть каким-то мужиком. Не женщиной, реально каким-то мужиком. Хочет везде командовать, быть главной и тому подобное. Ты можешь помогать, но мужик как бы главный в семье. Реально, ты его как бы втаптываешь в грязь, получается какая-то тряпка. И это не очень хорошо. Ответственность на ему тики была, бо он самый первый, им сказал, я иду самый первый. Будь ласка. Я всегда говорю, я никогда ничего не паникую. Я не люблю эту панику. Они там немножко терялись, волновались. Ну, я постарался успокоить, сказать, что вы за мной идите и ничего не бойтесь. Я был уверен, что все будет нормально. Я даже не сомневался. Ну что, ребят, наступает следующий день. И на утро муж решил приготовить сюрприз жене, пока что она спит. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Муша. Ростислав. Очень приятно. Прошу вас, чтобы вы мне помогли сделать такой необычный подарок для своей жены. Давайте попробуем сделать металл. Розу. Давайте. Розочку. О, металлическая роза. Или не так? Ближе к краю. Ковальня. Чтобы оно продольно было. Вот так? Да. Получается, я не могу бить так, на самом деле дело не очень простое. Если бы раньше муж уже опустил бы руки с колта, ну его нахрен, то сейчас все-таки он это делает. Хотя и не просто для него. О, все, хорошо. Красиво. Даже на день рождения мне цветы не дарят. Да.
тому що це баловство. Дарять цвіти. Це може розбалувати жінку любу. Раніше мені більше хотілося, щоб він мені подарив цвіти. Ну, хоча б на праздники. Смотри, як красиво. Много труда, много любви і всього остального туди треба. Це то різниця большая. Когда ты пришел, купил, я отдал, а когда ты сам сделал. О, ресторанчик. Ну что, ребята, наша пара идет навстречу, но было еще одно правило, где они должны были подготовить видеообращение к друг другу с извинениями. Красиво. Ты мне так и устроил. Да. Класс. Спасибо тебе за такой сюрприз. Я дуже довольна. Я знала, що ти на все способна. Раді мені. І мужику аж приємно, аж розцвіл. Бачите, навіть взрослі люди можуть мінятися. Арсен тим більше поміняється. З нами це перший раз таке. Ми ж за дітьми забули про себе. Ми за дітьми забули про себе. Знаєш, на чому я себе поймала? Що мені раніше було легше якісь погані слова, вони аж прям самі вилітали і задумуватися на... Легше було говорити плохо, що так? Хороших. Наче аж щось заціплює. А зараз наоборот. Хотів би ти подивитися, що... Хороше не могла сказати. Бувай. Я дещо почитати з листка. Читай з листка. Не затримуватись думками, я все виклала на бумагу. Не задержувати смисли, я виложила все на бумагу, щоб не волноватися. Не забути. І що-то не забити. Поверь, что я обращаюсь к тебе от души, от щирого сердца. Нарешті я отпустила всі образи до тебе. Я отпустила все обиди к тебе. Що не давали мені жити, не давали мені зрозуміти, не давали мені жити, і не давали понять, наскільки ти добрий. Чуйний та люблячий. Любящий муж. Поки мені сиділи ці образи, я ніяк не могла пересилити себе. Поки мені сиділи всі ці обиди, я не могла це все пересилити. Щоб вибачитись перед тобою. Щоб извиниться перед тобою. Адже я стільки перед тобою винна. Тому що я дуже сильно винна перед тобою. Ти знаєш, що в мене складний характер. Ти знаєш, що в мене складний характер. Мій характер міг тільки ти витримати. І мій характер мог видержати тільки ти. Тому саме ти мені, мабуть, був посланий Богом. Тому, мабуть, ти був посланий Богом. Я думаю, що хто-небудь інший вже б давно здався. Я думаю, хто-то другий би вже здався. А ти виявився дуже... А ти оказався дуже сильним. А я завжди тебе вважала слабким. А я завжди тебе вважала слабим. Извини, пожалуйста, мені за це. Раніше я в тебе бачила тільки все погане. Раніше я в тебе бачила тільки плохое. А коли я викинула з себе сміття, яке мені заважало здраво мислити, себя мусор, который мне мешал здраво мыслить, я поняла, что наоборот. Це я тебе так люблю, тому і боюся за тебе. Тебя так люблю, и поэтому я боюсь за тебя. Сьогодні я уявила собі таку картину. Сегодня представила себе такую картину. А что было бы со мной, если бы ты... Чтобы проучить меня, ты бы бросил меня и пошел в другой. Я бы с этого не выдержала. Тому раніше я вважала, що я тебе зовсім не люблю. Тому раніше я вважала, що я зовсім тебе не люблю. Але сьогодні мені стало легше. Но сьогодні мені стало легше. Коли я змогла викинути з себе все тебе. Когда я змогла викинути з себе все і простити тебе. Спасибі тобі, що ти ніколи спасибо не за то, робив що таких ніколи не делал таких експериментів. Ніколи не йшов нікуди. Ніколи не уходив нікуди. Дочекався того моменту, що я зрозуміла це того моменту, сама. Що я поняла це сама. Тому прошу вибачення, що поэтому сама прошу того не підозрюючи, користувалася твоїми почуттями. Чувства. Але це тільки від того, що сильно в тобі впевнена. Але це тільки від того, що сильно впевнена в тебе. Я признаю свої помилки перед тобою. Я признаю свої ошибки перед тобою. Особливо за грубіянство в твій адрес. Особенно за грубость в твой адрес. И незаслуженные до тебе фразы. И незаслуженные к тебе фразы. Які тебе принижували завжди. Пробач мені за все. Которые тебя унижали. Извини меня за все. Пробач, що не спілкуюсь з твоїми батьками. Извини, що не общаюсь з твоїми родителями. Я думаю, що все піде далі. Я думаю, що все піде далі, як нужно. Ти мені будеш в цьому допомагати. Ти мені будеш в цьому допомагати, я тебе. Вибач мені за те. Извини меня за то. Що я, мабуть, не що я, наверное, что-то не вспомнила. А ти досі за щось.
ображаешься. А ты до сих пор, можно же, что-то обижаешься. Я чувствую свою вину перед тобой. Але раніше я не могла. Но раньше не так могла. Просто вибачитись перед тобою. Просто извиниться перед тобой. Вибач, що пришлось читати з листка. Извини, что пришлось читать с листка, но я очень волнуюсь. Якби я частіше тебе просила вибачення, я б. Если бы я чаще просила бы у тебя извинения, так бы не волновалась. Веришь? Ты веришь мне? Ну, честно сказать, муж очень просто впечатлен такой откровенностью своей жены. Честно, реально это было все искренне, потому что по их лицам было видно, что они чуть не заплакали, а некоторые плакали. Мне было тяжело это все для вас переводить, но, ребята, я думаю, сейчас мы услышим все-таки извинения от мужа. Спасибо. Прощение принимается. Обращаемся. У меня тоже есть обращение к тебе. Посмотрим, примет ли жена его. Дорогая моя жена Наташа, я хочу извиниться, просить тебя прощения. Просить тебя за прощение за все эти годы. За все. Короче, одним словом можно сказать все. Что я бежал, кричал, ругал. Одним словом, за все. Хочу, чтобы ты меня простила. И хочу тебе сказать, что я тебя очень уважаю и люблю. Я благодарен тебе за все, что ты мне делал. Делал ты мне в первую очередь очень хорошего сына. Я благодарен тебе за чистоту, за порядок дома, за вкусную еду, за гостеприимство. Я очень люблю вас и надеюсь, что у нас все будет хорошо. Ну, мужика была покороче, но искренне сказал. Я настолько выбачила, что я уже даже не помню, что ты мне что-то плохое робив. Я настолько тебя просил, что даже не помню, что что-то плохое делал. У меня есть от тебя подарок, который я сегодня сам своими руками его сделал. А ты что? Да, это я своими руками ковал ему. Боже, спасибо. Да. Какие классные. Спасибо. Я помню, что в кафе это было? На такие розы. Ты запомнил, да? Спасибо, ты что? Я вражена. Она удивлена. Очень заметно, что все-таки в этой семье отношения все-таки немного наладились, потому что они пообщались, они извинились, они сказали то, что чувствуют. И хочется верить, что все-таки в этой семейке все будет хорошо. Удовольствие получил. Радость. Ну, мне приятно было. Я думаю, дальше все будет нормально. Но самое главное, чтобы было взаимопонимание. Так, как зараз, чтобы не вступиться и так, чтобы пошло вступиться. Папка с мамкой лучше как-то себя вести, чи... ну, один до одного так лучше. Начали друг к другу относиться лучше, папа с мамой. Мушек, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Как успехи? Нормально. Нормально? Хорошо. Хорошо, совершенно верно. Что позитивного было на этой неделе? Намного близились. А что вам запомнилось больше всего? Ну, особенно запомнился вот этот бой с рыцарским, это самое. Мне понравился. Понравилось. Наталья, а вам как было увидеть супруга в доспехах? Ну, сперва приятный шок. Сперва был шок, а потом горькое разочарование. Потом просто все приятно, приятно и приятно. Як сон, як неземной. Наверное, такая радостна была последний раз, як Арсен народился. Вот именно. Вот была так сильно, сильно. Когда сын родился. Очень важно, чтобы у него была возможность проявлять себя как мужчина.
Да. А для этого вам нужно стать женщиной. Научиться доверять друг другу и в каком-то смысле научиться проявлять себя как женщина. О чем я не говорил? Мне всегда хотелось слабше. Лучше я сзади здесь буду идти. Вот и отлично. Всегда хотела быть слабой. Кстати, как вам пещеры понравились? Я уже и боялась. Я тільки ради них туди зашла. И мне понравилось, что Арсен посередине, а я последняя. За ним. Арсен шел посередине, а последний, и это не понравилось. И в жизни тоже я не против. Я тільки так и хочу. Готовы? Конечно. Я жду и мечтаю всю жизнь. А, кстати, мужик, вам понравилось быть первым? Да. Готовы и дальше брать на себя ответственность? Да. Угу. Я готов. Я бы хотел обратить ваше внимание на проблему с Арсеном. Ваш сын не знает, как себя вести, когда в семье все хорошо. Вполне возможно, что он чувствует себя лишним и ненужным. Вот когда мама с папой ссорится, я могу маму поддержать. Когда папа с мамой ссорится, я могу папу поддержать. Меня мама любит, папа любит. А когда папа и мама любят друг друга... Тут он растерялся. Конечно. Да. А получается, что он слышит позитивный отзыв о себе исключительно в те моменты, когда вы ругаетесь. А когда у вас все хорошо, нужно о нем тоже отзываться положительно. Обратите на это внимание. Угу. Спасибо. Готовы услышать новые правила? Да. С удовольствием. Тогда давайте пригласим Арсена и узнаем, что вам предстоит сделать на этой неделе. Хорошо. Школьник. Привет. Здрасте. Как дела у тебя? Нормально. Ну что нормально? Что-то изменилось в лучшую сторону? Ну, мамка с папкой трошки лучше уже стало. То, что у них отношения наладились, тебе это нравится или нет? Ну да. Нравится? Ну да. Слушай, а вот скажи, если они друг друга любят, почему же они ругаются? Не знаю, из-за меня, наверное. Из-за тебя? Ну, вы же не из-за сына ругаетесь, правда ведь? Нет, конечно, я не думаю, что из-за ее. А что ты говоришь, что из-за меня постоянно? Что ты говоришь, что из-за меня? Да, бывало и бывает иногда, что я так говорю. Что так? Все проблемы из-за меня. Ну, надо как-то исправляться. С чувством вины очень тяжело. Когда человек считает себя виноватым, вот необоснованно, у него опускаются руки. Он думает, все равно я негодяй. Зачем я буду себя напрягать? Больше не буду. Молодец, папа. Вот вообще крутой поступок был. Вот. Я очень хочу, чтобы ты сейчас это четко для себя усвоил. Они ругаются, потому что вот иногда не умеют договариваться. А ты просто повод. Да. Поэтому даже если вдруг они в порыве гнева будут говорить, что это ты во всем виноват, ты им не верь. Это они не знают, к чему придраться. На самом деле, это не твоя вина. Договорились? Готов к следующим правилам? Да. Правило первое. Один дома. Я? Да. Капец. Я считаю, что ты смелый и самостоятельный парень. Но вот эти качества ты проявляешь, как правило, тогда, когда рядом есть люди, которые могут тебе помочь. Ты в состоянии самостоятельно решать свои проблемы, без чьей бы то ни было помощи. Как ты думаешь, сможешь? Да. Отлично. Вот на самом деле парень очень уверенный. Я смотрю на него, ну реально, он не похож на какого-то негодяя, такого, что плохо себя ведет. Вообще, знаете, как мальчик-отличник стоит, как бы чётенько так все зализано в костюмчике. И не сказал бы, что парень на самом деле плохой. Да, есть проблема с родителями, которые не умеют между собой ладить. Но мальчик на самом деле, в общем-то, неплохо себя ведет, согласитесь. В рамках этого правила ты это и продемонстрируешь. Класс. Правило второе. Связь поколений. Ну вот у вас какие отношения с родителями Мушага? Практически их нема. Погани. Цих отношений. Нету. Не, ну і не погані. Погані. Ти даже зими здоровати не хочеш. Да, это значит, плохие отношения. Погані – це коли скандал. Не-не-не, смотрите. Наталя. Ми вообще практически не общаемся. Это плохие отношения. Ну, значит... У вас есть родственники, с которыми вы не общаетесь. Эти отношения можно назвать хорошими? Будем так говорить. Вы не просто с ними не общаетесь, вы избегаете общения с ними. Пришла пора все-таки наладить отношения с родителями Мушага. Если вы хотите, это будет чтобы интересно. Ваш ребенок к вам относился хорошо, покажите ему на собственном примере, как дети должны относиться к родителям. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Я вас жду через неделю. Да, в общем-то, и правил немного, всего ребята. Доброго.
До свидания. Ну что, ребят, наступает новая неделя правил, и мама решила все-таки начинать с того, что нужно поговорить с родителями своего мужа. Здравствуйте. Здравствуйте. Как здоровье ваше? Ничего, а у вас как? У нас хорошо. А можете Беллу пригласить? Да, Белла, самый раз. Но в основном всегда общение жены с родителями мужа особо ничем хорошим не начинались, да и не заканчивались. И всегда инициатором этого общения был как раз муж, и они всегда ссорились. Не получилось наладить контакт. Я вела себя так, как бы вот у вас есть сын и внук, а я так, как бы, в стороне. А ей хотелось, чтобы я все время чувствовала любовь и проявляла. Я чтобы любовь никому проявляла к ней. Вот ей хотелось, что я за невестка. Ей хотелось, что я за невестка. Я считаюсь дочка, наша, а не проявляю никаких. А чувств не проявляю. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Вот я помню, вы всегда обижали, что я не звоню к вам. Вот я решила позвонить. Хорошо, это прошлое. Я хочу попросить у вас прощения. Может, я обидела вас чем-то? Ну, для мужа просто шок, потому что его жена с родителями говорит совсем по-другому. И, наверное, мужик там просто счастлив. Есть, Наташа, не надо. Сейчас не надо. Я хочу, чтобы вы все были счастливы. Если я вижу, что все нормальные, тогда я иду. А сейчас я не хочу. Это честно. Пока не хочу. Пока не хочу, да. Но пока что, ребята, обиды у семьи Мушега очень большие, и они не хотят прощать пока что невестку. Не знаю, простят ли, но сейчас пока нет. Будьте здоровы. Да, счастья вам. Счастья, да, но простить не можно. Хотя на самом деле муж поступок очень оценил, потому что он понимает, что у нас готово меняться, и это реально очень круто. Да, это был первый звонок, но если она позвонит вам еще раз и еще раз, то родители Мушега поймут, что все-таки она это искренне хочет сделать, и тогда ее простят, и все будет окей. Потому что им показалось, что сейчас это показуха. А если позвонит еще раз и без камер и тому подобное, то они, наверное, это все-таки поверят. Ну, ребят, давайте перейдем еще к одному правилу, которое называется «Один дома». Арсен, мы же с дома будем ехать? Коли? Мы с дома уезжаем. Сейчас. Ну, так потребно. Ты сам дома. Так же нужно. Сам будешь клас. Дома. Классно? Да. Приготовленной ежи уже немає. Ты сам будешь. Приготовленной еды нету. Картошка. Хочешь картошку, хочешь яйца, не знаю, что ты хочешь, то и жир. Сейчас тебе груши дам. Ну что, парню провели образно короткий инструктаж, и парня оставляют. Такие деловые, деловые, а слезы в очах. Ну я понимаю, что сейчас... А это тебе делок, да. Деловый. Он не хочет, чтобы мы поехали. Ты не знал, хочет, так кажется, ладно, так не хочет. Да, я понимаю, что не хочет. Ну почему сейчас трудно, сейчас мы пойдем, я боюсь, что... Буду плакать? Да. Нормально все будет. Ты уроки узнал, Балес? Нет. Ну что, нет, Балес? Ну что ты не узнаешь? Что надо делать? Мы с тобой что говорили? Чего я пустился? Я в тебе верю. О, я в тебе верю. Если ты мне сказал, я тебе верю. Все. Правильно сказал. Молодец, давай, папа. Давай, помыл, Балес. Пока. Пока, Балес. Ну что, ребят, родители ушли, парень начинает действовать. Пельмешки. Ну, он же не сам дома, а со съемочной группой. Поэтому там не скучно. Хотя на самом деле Арсен даже не догадывается, что родители находятся вообще в соседнем доме, и они имеют возможность наблюдать за ним. Уроки делает. Уроки делает? Наверное, готовы находить. А там есть такая фигня? Готовы находят. Ну, делают же уроки. Ну, ладно, господи, ребят, кто не пользовался ГДЗ? Это я помню, когда в школе учился, я использовал ГДЗ. Так вот, спасибо малому хоть за то, что он хоть все-таки это делает. Ну, блин, ну, честно, мог бы вообще ничего не делать, а так хоть списывает. Ну, блин. Я не знаю, кто этого не делал. Ну, нет, есть, конечно, такие люди. Ну, я тоже так делал, и ничего, человеком же вырос. Кто ему сейчас там поможет? Наверное. Никто. Я что же ему не поможу сейчас? Я тебе не поможу. Можно же было попробовать самому сделать. Ну не может он сам. Ну как? Что ты грязный ведро принес? Это откуда он нашел? А что парень решил сделать? Ужин, который в основном готовила мать, придется готовить теперь самому парню. Це в кого він таке бачив? Мишенька. Кого так видел? У кого він таке бачив? Кого он такой видел? Ваня моет картошку. А ты де моешь? Ваня картошку. Ну мой, ну нормально. А нож здоровый, який взял. Это тоже самый мой почерк. Тесаком чистит. Не суть, нормально чистит картошку, согласитесь.
класс, смотрите, какой молодец. Красавчик, реально красавчик. Молодец. Ты с голода не умри. Ну, пацан вообще реально выдает круто. Ой. Чайник поставил и забылся про него. Ну, немного парень, ребята, заигрался, забыл про чайник, тот начал чуть-чуть дыметь, но все окей, все обошлось. Ну, первый раз, ну, что надо немножко быть внимательным, он забыл про него. Все, ему хана. Кому? Ему. Ну, чайнику. Я думал, что по-моему. Якщо кілька тижнів тому жінки безлад Арсенові дісталися матері на горіхи, то нині Наталя сприймає все з усмішкою. Мама сейчас типа воспринимает все с улыбкой, хотя раньше могла бы за это просто его наказать, наругать, но сейчас она понимает, что сын делает ошибки, но она не учится по-другому никак. Надо делать ошибки для того, чтобы что-то учиться, что-то уметь. Чёрным. Ну, ребята, скоро родители должны возвращаться, и для того, чтобы все-таки родителей встретить, парень решил приготовить ужин. И еще не простой. Он решил приготовить, ребята, мясо по-французски. Представляете? Сам. Отбил мясо. Вообще красавчик. Салат. Да ты шо? Я ж кушать захотел. И вот, ребят, родители приходят домой, и они просто в шоке. Ку-ку! Ку-ку! Привет! Ну ты хозяйнуешь. Шо? Ди папка. Привет, Борис. Привет. На, будешь? Конечно, буду, только руки помою. Но приятно то, что родители очень ценили то, что парень готовил. Они не начали обращать внимание на то, что как бы срач на кухне, что-то не убрано, а реально все-таки обратили внимание на плюсы. Ой, ну таки. Не то, что экзамен, и не перед Мишей, а просто так выходит. Ну а кто виноватый? Не Арсен же виноватый. Кто Арсен виноват в том, что виноват. Так происходило. Весь спрос из меня. Честно? Честно. Давай туда. А ты размораживал мясо, да? Да. Вась, все, все. Ого, давай насыпай тогда. Что ты, блин, это самый холодный закуску даешь? Мне лично понравился. Молодец. Он только, ну, не скажу, как идеально сделал там, что он должен был делать. Ну, по-мальчишски или как там говорить. Ну, хлопец есть хлопец. Картошка? Что попал? Ну чого, що попало? Давай. Ти мені, що попало, почаще роби, Арсен. Почаще діла, що попало. Договорились. От видно, коли все-таки хвалять ребенка, посмотрите, як парень цветет, он аж хоче делать, согласитесь. Я думаю, що навіть ви, коли смотрите це відео, делайте чаще там приятно своїм близьким, родителям, неважно кому, і ви увидите, як вони будуть просто вот хотіти даже це делать, сказати какую-то приятную фразу, поддержать. Это очень сильно окрыляет. Так зажарить у мене ніколи не виходить. Я ще не слишком, мама. То що я вічно накидаю синійку. Воно в мене щось це у соку там погрузло, все отак. А це погано, що прожарило. А корочки ніколи не бувають. А те, щоб корочка була? Ну так, мені так подобається, щоб корочка була. Чесне слово, я не знаю, може, це не нарочно так вийшло, але мені це подобається. Оце все сьогодні. Як тебе їжу? Що, правда? Ти навіть солиш правильно. Я взагалі. І не пересолив, і не досолив. Якраз нормально. Якраз вкусно, ребенок довольний. Ні, молодець. Готовить, оказується, не так трудно, якщо захотіть, так? Да? Тобі трудно було? На 5. Молодець. Парень, на самом деле, очень сильно счастлив, потому что его впервые, наверное, хвалят, поддерживают и... Парень даже, наверное, хоче даже так дальше радувати своїх родних. Зараз, от після цього случаю, що він сам побув, так я мислю, так почаще його так оставити. Я ж теж устала це бігати за ним, шапку поправляти, носки поправляти, штани, рубашку заправляти. Це мені вже самою вже як надоїло просто. Аккуратно. Підсунуся, дищик.
Что делаешь вообще? Поки время есть, а что? Каждую минутку использую. То всегда занято, дай занято. Так бы я все время теперь. Я уже боюсь. Не бойся. Це, конечно, до хорошего быстро привыкаю. Не будешь. Честное слово, до хорошего быстро привыкаю. Ну, ребята, удивлен не только ребенок, но и сам мужик. Он просто-напросто не узнает свою любящую сейчас жену, которая раньше была просто монстром, кричала на него и унижала. Не... Привыкнуть. Ему просто приятно шок. Ну, мне кажется, я много чего делала. Оценил. И дальше оценить. Я и дальше собираюсь. Цей експеримент продовжати. Хай буде експеримент, хай буде ігра. Як хто знає правила, той побіждає. Молодець. Я тобі кофе купив. Спасибо. Він в шокі просто. Реально він в шокі. Приємно в шокі. Ти сам чашечку. Ну куди я тягну, слушай? Давайте його. На тому кофе гадаю. А хоч я тобі погадаю. Тож, армянський на чашку, а в нас на блюдечко, Міша. Дивись. Навіть ворожіння на каві пророчить їхній родині щастя. Бачу, що будеш дуже щасливий, якщо зі мною проживеш всю життя. Майстер Міла. Будуть невдачі. Ну дивись сам, ти мене бачиш там? Так. Да. Скоро тебе поцілує красива дуже жінка. Армянський кофе, русський букві не можуть бути. Муж на самом деле еще не привык, но с удовольствием принимает такие вот ухаживания от своей жены. Что ты хочешь тут? Все, я сдаюсь. Сейчас дуже ласковый стало. Ласковый стало. Все необычно было, что там? Необычно. Просто шутковала со мной и все. Мне приятно было все равно. Хоть она шутковала, мне тоже не шутить. Ласково относиться, разговаривать хорошо. Мне это понравилось. И все. Ему это нравится. Ну, конечно, кому не нравится? Кому нравится недовольна физиономия. Морда, скажу прямо. Понятно, что никому не нравится. И он другий сразу. Проходит, ребята, время, и наши родители решили все-таки сделать более интересным свой дом. Как и хотела Наталя, без жайвых нагадываний. Міша помінявся дуже. Сам за все береться. Дай сам Бог, все делает. Як прагнув мужих без кпинів та дотипів. То, щоб друг друга понять, уважати. А що так, а що? Больше нічого не треба. І цініть. Як мріяв Арсен разом і без батьківських сварок. Никаких дома ругани. Ну что, ребята, а теперь концовка. Будем подводить итоги недели и сравним с тем, что было и то, что есть. Мушек, Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Что вам дал проект? Уверенность к себе дал. Лично я себе говорю. Не жалеете о том, что обратились к нам? Да, жалеть-то не жалеем. Хоч час в житті все одно, що з навчились. Ні, я не жалію. Помогло мені помінятися в собі. Помінятися в собі. В точку. Що ж ви в собі поміняли? Ну, наприклад, те, що мене раніше роздражало, я зараз просто в душі сміюсь над цим. А ваше відношення к мужу змінилось? Що-то роздражало, зараз сміється? Звісно. Мушек, в лучшу сторону? Так. Да. А что изменилось? Скандали не строятся. Самое главное. А что для вас было самым сложным? Я не помню сложного. Все было как обычно. Но уже втянулись. Да. Наталья, правило «один дома», помните? Да. Справился? Мне понравилось, что Арсен побыл один дома. Мне понравилось. Для него стало это. Для него это стало. Тоже показательно. Да, конечно, мы же все это делали для него, а не для вас. Ну да, тем более, он когда ест и приготовил. Когда кушать приготовил. Он не мог поверить, что неужели нам оно вкусно, неужели он не мог поверить, что нам понравилось. Все получилось. Ну и позже мы его хвалили постоянно. Хотите позже увидеть, хвалили. Каким будет ваш сын, если вы не остановитесь? Если вот все то, что вы приобрели в рамках проекта, вы будете продолжать делать? Да. Надо? Давайте поймем. Конечно, надо. Теперь, ребята, хэппи-энд. Нравится? Да. Ну, теперь вы должны понимать, что вот это будущее исключительно в ваших руках. Да. Как вы думаете, получится у вас помочь вашему сыну стать таким? Хочется надеяться. Да, получится. Наталья? Я задумалась.
Конечно. Смотрелось. Это в наших силах и в наших интересах. На этом все. Удачи вам. Спасибо. Спасибо вам тоже. Я думала, взрослых перевоспитать невозможно. А от мені кажеться, в нашій сім'ї швидше нас з Мішою перевоспитали, чим Арсена. В сім'ї все помінялося. Якісь там взаємопонімання між мамкою, папкою, Машкою, мною. Ну что, ребята, вот мы и подвели итоги. Хочется верить, что все-таки в этой семье будет все хорошо. Если вам нравятся такие выпуски, то ставьте лайки, пишите комментарии. Я для вас, ребята, скоро сниму новую семейку. Смотрите, комментируйте. Это был Андрей Чент, и до скорой встречи.